мы встречаем Николая Левашова. Добрый вечер всем, кто сегодня пришел. Ну что, начнем потихонечку, да? Да. Я бы хотела... Да, пожалуйста. Я бы хотела сказать только два слова. Николай Викторович сегодня проводит необычную встречу. Наши предки звали людей, которые имели определенные возможности, белым богом. Но как бы ни называли человека, человек, который умеет творить, должен передавать людям. И вам переданы сегодня знания Николая Левашова. А сегодня вы можете понять, кто еще не читал, а может и не совсем понял, потому что сегодня проводится демонстрационная встреча. Встреча, когда человек показывает, как можно по-другому жить. Пожалуйста, Николай Викторович. Спасибо вам. Еще раз благодарю всех, кто сегодня приехал. Многие, как я знаю, приехали издалека. Надеюсь, это будет не зазря. Как вот немножко мы задержались сначала, уже... Понятно, по каким причинам. Надеюсь, завтра и послезавтра будет все более четко. Тут Надежда Яковлевна сказала, как по-другому жить. Это навряд ли. Я не собираюсь здесь учить, как жить. Это, так сказать, дело каждого выбор. Но что сегодня и вот последующие два дня, которые у нас намечены, что мы с вами будем делать, в данном случае не только я буду участвовать на сцене, но это вы по ходу дела поймете. Дело в том, что вы знаете, с чего хотелось начать? Наверное, с того, что каждый из нас, когда мы родились, для нас мир был прекрасен, изумительный и так далее, и так далее. Конечно, к сожалению, с возрастом не столь все становится прекрасным, как хотелось бы, как виделся мир вначале, но я могу сказать, когда я сам был ребенком, допустим, смотрел на те же самые звезды, а я родился в городе Кисловодске, на окраине, то есть сразу, буквально через пару сотен метров, начинались горы. И в горах, кто знает, звезды большие. Также, когда я бывал в степях тоже звезды большие, особенно когда это 20-30 лет назад, не столько было электричества в степях, и в степях, и в горах, когда смотришь, звезды, конечно, колоссальные, казалось бы, протяни руку, и звезда будет в твоей руке. Но когда я ребенком был, у меня почему-то не получалось. Наверное, понимаете, почему. Это естественно, но именно вот, когда я, например, смотрел на звезды, не только думаю я, они действительно завораживают. И вот, не знаю, как вы, но, наверное, я, например, здесь чувствую что-то, какое-то родство есть, все что-то связано и так далее, и так далее. Конечно, в то время не знал ничего того, что я сейчас знаю, но именно вот... То, что мы, заложено у нас было природой, вот то, что мы могли видеть мир не шаблонно, не зашторенно, как вот сейчас мы привыкли все. Именно важно то, что, к сожалению, большинство со временем теряет. И это, считаю, очень плохо, потому что, конечно, восприятие ребенка, оно и остается ребенком, но оно гораздо более объемно, широко, и позволяет видеть многое то, что потом уже... Человек взрослый не может и не хочет видеть. Так же, как, наверное, многие из вас своим родителям говорили в детстве, что они там какие-то там чудики за ними гоняются и так далее, и так далее. Естественно, родители успокаивали, говорили, что это все плохой сон, там это привиделось, богатое воображение и так далее, и так далее. И постепенно, потом школа начинала свое дело делать, потом, так сказать, в зависимости от поколения, которое здесь старшее поколение, более молодое поколение, потом религии и так далее, и так далее, убивали в человеке то, чтобы он мог видеть больше и хотел видеть больше, чем ему кто-то позволяет. Кто позволяет? Позволяет, допустим, как в советские времена, это наша партия, которая все знает, наперед, лучше всех, что можно видеть, что может быть и что не может быть. Сейчас пытаются
религии говорит, что это не может быть, а вот это может быть, это так и так далее. Но самое странное, что вот хотел обратить внимание, на что, в принципе, постепенно человек вот теряет в себе ту искру, не Божию, потому что я в Бога не верю, как сейчас очень много выгодно всем, и очень многие превратились в диковерующих людей. Я не верил в Бога, когда была советская система, не верил в Бога, когда жил в Америке, и не верю в Бога и сейчас, потому что, с моей точки зрения, это абсурд. Но это не сегодняшняя тема разговора. Каждый человек имеет право верить во все, что угодно, главное, чтобы он не вредил этим другим. Вот когда он начинает навязывать это другим, это называется уже преступление, с моей точки зрения. Но сегодня тема не Бога, а того, что, в принципе, частично относится к нему. Потому что смотрите, что получается, что даже та же самая религия говорит, что человек создан по образу и подобию Бога, да? Что мы копии Господа Бога. Плохие или хорошие, но копии. Но вопрос, если все, что творит человечество за несколько последних тысяч лет, есть результат творения копий Божьих, то не очень-то хорошие копии получились, или, может, оригинал не очень хороший, я как иногда шучу в этом плане. Но что интересно, вот это менталитет, что мы являемся копием Господа Бога, даже на уровне подсознания заложило понятие, что вот то, что мы имеем, это все, что мы имеем, больше ничего нет и не может быть. Но на самом деле, мы когда пришли в этот мир, мы не пришли совершенными. Невозможно быть совершенными, не могли быть совершенными. Мы пришли в этот мир как живое существо, как вид живых организмов, который занимает свою экологическую нишу в системе планеты Земля. И все, что мы имеем, что нам дано природой, природа дала только то, что необходимо для того, чтобы мы могли адаптироваться к тем условиям существования, которые мы должны жить, как вид, оптимально. Как я всегда привожу пример, даже если человек ныряет, особенно в морской воде, без очков, просто открывает глаза под водой, то все пропорции искажены в воде. То есть даже зрение в водной среде уже не работает так, как оно работает в воздушной среде. О чем это говорит? Что органы чувств, которые у нас от природы есть, они имеют только одно предназначение – выполнять свои функции для нашего ориентирования в пространстве и т.д. и т.п. Но не более того. Наука сказала, что мы все по силе, все возможно понять, создаем приборы, да, расширили диапазон зрительный, так сказать, звуковой и так далее. Но все же расширялось в тех же пределах. Наука никогда даже не думала, что кроме того, что существует привычное для нас, может существовать что-то другое. А без этого мы обречены быть в тупике. Развитие невозможно, если мы не найдем, не выйдем на другой какой-то качественный уровень. Когда для того, чтобы двигаться вперед, тех пяти органов чувств, которые нам природа дала только для того, чтобы мы могли адаптироваться в условиях существования для нашей экологической ниши, как человек, как разумное, как живое существо, недостаточно, чтобы двигаться вперед. И без того, чтобы понять этот момент, это самое главное понять, осмыслить, что да, такое должно быть, понимая то, что мы только в начале стоим, мы не совершенство, а мы только в начале пути движения вперед. Вот это вот первая позиция, которая необходима. Вот когда человек начинает это понимать, то начинается вторая фаза, он начинает думать, а что же следующее, а что же каждый может изменить? А что же, значит, там дополнительные глаза нарастить, знаете, как, или там уши дополнительные и так далее? Конечно, нет. Потому что, опять-таки, мы проецируем свои собственные представления, которые привычны для нас, на то, что мы не знаем. А тут возникает ситуация, пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. В сказках ситуации есть, и, как помните, герои сказок находили выход из положения, так что при желании, если постараться отбросить шаблонные представления, то, в принципе, от этого можно избавиться. То есть можно продвинуться вперед. Конечно, кому-то повезет, кому-то не очень. Потому что это невозможно сказать, что вот каждый, кто попробует, у каждого все получится с первого раза и так далее, и так далее. Даже если не с первого, иногда с тысячного, с миллионного раза может не получиться. Но это не значит, что это не может быть. И если все-таки не опускать руки и искать выход из положения, не ломиться в стену, а искать, где в стене есть дверь. Чаще всего пытаются пройти, пробивая стену, хотя можно спокойно пройти через дверь, которая может сместиться метров 10, только нужно. Но многие считают, что нужно идти здесь и только вперед, и никак иначе. Поэтому вот то, что шаблонные подходы, которые навязывали
к сожалению, наши родители хотят, хотели они того или нет, потом в школах, университетах и так далее. И дело в том, что мы сами себя блокируем. И блокируем возможность своего действительно продвижения вперед. Это не значит, что нужно отбросить все, что современная техника достигла и так далее, и так далее, и так далее. Просто современная техника действует в масштабах микроскопических, в принципе, если разобраться по сути своих явлений. А если человек пойдет и будет развиваться правильно, то при своем развитии он может достичь вариантов и горизонтов, которые никакая техника никогда не сможет позволить человеку сделать. Ну, к примеру, современные космические полеты, да? Ну, еще до Марса не добрались, да? А ведь, извините, что такое Марс? Это еще домашний, так сказать, это огород планеты Земля, Солнце, точнее, не более того. А космос, это только наша Вселенная имеет триллионы световых лет, если современным языком пользоваться, расстояние, объемы. Так если техника такой, как сейчас, это никогда не будет возможно. А вы скажете, вот есть другие техники. Да, другие техники есть, как вы знаете, инопланетные корабли, которые и прилетали в прошлом, и прилетают сейчас, и так далее. Они, конечно, тоже перемещаются в процессе, но, кажется, вот они летят, перемещаются там десятки световых лет, сотни, тысяч световых лет. Да. Кажется, много. По сравнению с тем, что наша цивилизация в данный момент может, это, конечно, много. Но это по сравнению с тем, что наша цивилизация на данный момент может. Чуть больше 13 тысяч лет назад цивилизация, жители нашей планеты тоже это делали спокойно. Для них это обыденное было дело. Но, тем не менее, все равно это остается ничтожный масштаб в масштабах всего космоса. Потому что та, что Вселенная, которая существует, это маленькая часть реальной Вселенной, даже трудно передать, какая это ничтожная часть. Вот недавно, кажется, год назад были открытия сделаны, то есть с помощью Хаббл-телескопа, ведь чем дальше углубляется макромир и микромир, тем больше ученые понимают, что они ничего не знают, и начинают признавать в этом. Хоть это хорошо, но кроме признания того, что ничего не знают, нужно признавать еще, что нужно менять систему подхода. А, к сожалению, вот это не происходит, потому что вот заявили, что да, официально уже говорили, что 90% материи космоса, так называемая темная материя, dark matter, о которой современная наука не имеет ни малейшего представления, а то, что человечество имеет представление, наука, это около 10%. Вопрос, если наука знает, что такое 10% материи Вселенной, нашей даже, что это означает? Это только какие-то ориентиры есть, которые во многом ошибочны. Но не более того. И вместо того, чтобы уже понимая это, переосмыслить, этого не происходит. Но это всегда, к сожалению, происходит, когда наука превращается в религию. То, что мы имеем сейчас, в большинстве случаев уже не наука, а религия. Догмы, которые ни на чем не обоснованы, не подтверждены. Потому что так. Но это ничего не отличает от религии. Поэтому это тоже проблема. Понимаете, ситуация такая, что наше поколение, наши поколения, потому что это не одно поколение, живут весьма интересное время, в принципе. Когда уже наука, социум подошли к кризису. Потому что то, что говорилось, что все хорошо, все замечательно, оказалось далеко не хорошо, далеко не замечательно. И уж скрывать то, что Вселенная огромная, и там миллиарды цивилизаций, уже становится все сложнее и сложнее, хотя бы в результате того, что техника, которая сейчас развилась, доступность, допустим, те же самые видеокамеры, фотокамеры, уже миллион, десятки миллионов, сотни миллионов людей имеют эти приборы, позволяющие им записывать то, что уже нельзя сказать бредом кого-то или чего-то. Так вот, получается ситуация, что мы действительно сейчас живем время перемен, которое может действительно привести или к конечному краху нашей цивилизации, или ее взлету. Но я надеюсь, это будет взлет, а не крах. Потому что уже то, что мы прошли, наши предки, по крайней мере, прошли, я перечислять не буду, потому что не хотелось бы говорить о неприятном, но сколько крови пролито на нашей земле было за последние 100 лет особенно, наверное, такого трудно же представить себе, но вот, и все это замалчится тоже. Но это особая тема особого разговора не сегодняшнего, потому что сегодняшний разговор у нас будет именно и то, что сегодня я собиралась вам с вами, так сказать, поделиться. Хочу показать, что человек, в принципе, теряет, когда он не перестает быть ребенком, скажем так, перестает задать вопросы,
потому что ему никто не отвечает, и потом говорят, что он сумасшедший и так далее, и так далее. Что, в принципе, если человек действительно будет двигаться вперед, то при своем движении он может достичь очень-очень много то, что никакая техника никогда не сможет достичь в принципе. Потому что, значит, техника, вот все. Вот что техника? Ну, что техника может сделать? Техника может взрыв звезды остановить? Навряд ли. Развитый разум это может сделать. И так далее, и так далее. Можно продолжать бесконечность. И это не значит, что техника совсем не нужна. Вот, допустим, интернет сейчас очень полезен, позволяет очень быстро коммуницировать с людьми, обмениваться информацией и так далее, то, что раньше было в принципе невозможно. Но, опять-таки, нужно разум пользоваться этим инструментом тоже. Все не бывает, материя не бывает черной или белой. Вот знаете, как говорили, вот, древность говорит, маги, есть белые, черные маги. Так и белые, и черные, они используют одним и тем инструментом. Материя одинакова, она и для белых, и черных магов одинакова. Одна и та же. Только что делает человек с этой материей, когда он ее использует для своей цели? На какие цели он ее направляет? Превращает его уже в черного или в белого мага? Но опять-таки, те, кто воспитывался при коммунизме, думают, что магия, это так далее, это все типа вот. Только вот то, что типа Дэвид Копперфильд делает на сцене, примерно так. Но там тоже не совсем просто, но я говорю не о такой магии, не цирковой магии, а реальной магии, которая, в принципе, каждый человек сталкивается с ней каждый день в своей жизни постоянно, даже не понимая этого. Не говоря из того, что есть еще более высокие моменты управления, воздействия на природу и так далее, которые человек не понимает, и думаю, что если он не чувствует, если он не видит, если он не ощущает чего-то, то это означает, что этого нет. Но это очень удобная позиция. По крайней мере, могу сказать следующее. Когда на Западе, я, если кто не знает, прожил 15 лет в Штатах, ну, естественно, и в Советском Союзе прожил довольно-таки долго, и сейчас в России живу, как видите, тоже. Могу сказать следующее, что то, что навязывается понятие, что вот вот существует только вот это, вот это, вот это, что мы видим через экран, через радио, вот это реально. А все остальное – это невозможно. Но уже все больше информации просачивается о психотропных методах воздействия на людей и так далее, и так далее. Хотя то, что просачивается, естественно, очень мало из того, что на самом деле происходит. Потому что невыгодно определенным силам, которые сейчас контролируют Землю, а они далеко не светлого окраски, скажем так, очень невыгодно вскрывать те методы и способы, с помощью которых они управляют массами. А, к примеру, здесь сидящие в зале, кто чувствует радиацию? Есть такие люди, кто могут чувствовать радиацию? Поднимите руки. Кто-то есть? Вот, один человек чувствует. Видите, сколько у нас? Чуть больше тысячи. О, два человека, да? 2-3 человека чувствуют радиацию. Значит, эти люди, если будут радиоактивное излучение идти, они почувствуют и могут, так сказать, среагировать. А все остальные... Вопрос, значит ли, что если человек не чувствует чего-то, значит ли это, что ничего не происходит? Конечно же, нет. Так вот, самый лучший метод управления, что добивались те правители тайные, внушить всем массам, что ничего не может быть, кроме, вот, допустим, самый максимум – это тупой гипноз. Вот гипноз – это максимум, что может быть. У человека выходит, спите. Вот если это сделает, то человек уснет. Вот это максимум влияния, что может быть. Но это не так. Дело в том, что гипноз – это один из примитивнейших форм влияния. Сегодня я начну тоже буду демонстрировать этот аспект воздействия тоже. И покажу, что способ влияния на человека множество, гипноз – только один из самых примитивных и нежелательных. К тому же самый такой засвечивающийся, когда все понимают, что происходит. А другие методы, которые сегодня тоже будем показывать, с вашим участием, часть из вас будет, я специально протестирую, и, конечно, добровольцы будут, никого силком никто будет не гнать на сцену. Будем показывать все разные способы и буду пояснять, чтобы было понятно. Вот смотрите, вот это простой гипноз, это вот это, вот это, вот это. Чтобы было понятно, что то, что человек, психика человека,
Это мощный инструмент. И если человек научится этим инструментом использовать, управлять, то он может добиться очень многого. И главное, не только он сам может добиться, потому что очень многие, знаете, как стремятся к тому, вот, я вот хочу получить что-то, что вот развиваться. Не понимать, что развитие возможно только в том случае, когда человек отдает, не гребет под себя, а отдает. То есть действие направлено вне себя. В остальных случаях никакого развития в принципе не может быть. Потому что для того, что, ну, это будет долго, сейчас не хочу философские аспекты внедряться глубоко. Но дело в том, что изменение возможно только когда будет действие вне предела человека. Для того, чтобы человеку измениться, ему нужно изменить себя качественно. Изменить себя качественно может, когда влияет на другие процессы, которые находятся вне него самого. И вот когда это происходит, человек меняется, изменяется, и постепенно, если он делает это все правильно, накапливаются изменения, и он происходит качественное изменение с одной ступеньки на другую, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь четко можно сказать только одно. То, что он, опять-таки, было навязано вот, последние, особенно, 100 лет, так сказать, восточное учение, которое целиком направлено только на самого человека. Вот ты должен сам развиться, и тебе, извините, до лампочки, что со всеми остальными. Ну вот я всегда приводил такой вопрос. Тысячи лет это через это учение проходит, и кто чего добился за эти тысячи лет? Может быть, единицы добились, а мы сегодня, если все зависит, опять-таки, от как вы, те, кто будут участвовать в сегодняшних действиях на сцене, будут реагировать, я покажу, что многие вещи, которые являются якобы достижением высочайшего духовного развития, на самом деле элементарные вещи, самые простейшие элементарные ступеньки эволюционного развития человека, на самом деле. А причина того, что никто туда не дошел, потому что одна из простая. Когда человеку внушают, что вот ты не имеешь права вмешиваться ни во что, потому что ты не имеешь права, это, допустим, карма другого человека. Вот его убивают, там, насилуют. Это его карма. Вот ты проходи мимо спокойно. Потому что ты не имеешь права вмешиваться, изменять карму чужого человека, другого человека. И получается, что? И во что мы превращается такой духовный искатель? Изолированные, абстрагированные от всего и вся, пустоцвет, с моей точки зрения. Потому что ничего, или как там я слышал, на последней конференции был, где меня приглашали, что вот один человек достиг состояния Господа Бога, его живого Бога, за то, что он нашел, что я есть я, понял, что я есть я. Это интересно. А вопрос я бы хотел уточнить, а что он понял, что я есть я, это что физическое тело является частью его, и что все сознание, память и так далее находится на уровне его сущности, это он понял, или что сущность и тело физическое это одно целое, которое существует как единое целое и живое до тех пор, пока не разделено, или что он понял, что я есть я. Вот понимаете, до такого абсурда доходит, что мне, в принципе, иногда стало смешно, и люди, иногда очень интеллигентные, образованные люди, находит глубокий смысл философии в этом. И потом я хотел спросить, и что этот человек сделал, будучи достигнув состояния Господа Бога живого? Вот он достиг, сделал, что он создал, что он «я есть я». И он теперь в абсолюте плавает, там купается и все дела. Это что? Неужели не видно, что это тупик, что это самообман? И рассчитан этот обман именно то, что не случайно, вот, допустим, одно из направлений йоги, сахаджа-йога, кто слышал об этом, так популярно. Почему? Потому что, так сказать, мамочка, так сказать, сахаджа-йога, она говорит, что человек ничего сам делать не должен. Вот зал собирает, почувствовать ветерок, ветерок погулял, по спинке вдоль позвоночника пошел ветерочек. Это я говорю не просто критиканство, потому что я читал ее собственную книгу, и когда человек пишет сам о себе, потому что другой может извратить, исказить в одну или другую сторону. А когда человек сам пишет сам о себе, то это, я считаю, имею право уже оперировать как достоверную информацию. Так вот, человек пишет, вот прочувствовали холодок, все, вы свободны от кармы, то есть все ваши проблемы исчезнут, болезни исчезнут, деньги тут же у вас на счете. Знаете, это раз, был ноль, а утром проснетесь, там уже пара миллиардиков долларов появилась.
Там все проблемы исчезли. Почему? Вы свободны от кармы, и все. И люди идут. Почему? Потому что им ничего делать не надо. Им нужно почувствовать, ветерок подул, и это всех устраивает. А для того, чтобы изменилось, для того, чтобы произошло что-то хорошее, для того, чтобы изменить ситуацию, нужно человеку пахать, работать, трудиться, бороться с собой, выживать из себя животное и, так сказать, свои инстинкты, бороться с самим собой и многое что делать. А это не очень удобно, это же хлопотно, это уже сколько работы, и завтра, и послезавтра, и так далее, и так далее. А тут просто предлагают, ну, кто, скажите, кто выберет? Выбирает именно то, что проще. Посидеть в зале, почувствовать холодочек по спине побежавший, что соответствует потере энергетики, между прочим, если на то пошло. И посчитать, что все прекрасно. Но останет от этого прекрасный мир лучше? Как вы думаете? Думаю, нет, не станет. И вот с таким вот именно... Но самое интересное, даже то, что, возьмите даже саму церковь, приходят люди в церковь и говорят им, вот все твои проблемы, это, так сказать, кара Божия за твои грехи. Нагрешил? Ну, теперь значит, тебе кара за это. Если ты не грешил, это испытание Господа Бога. Он тебя испытывает, насколько ты крепок его вера в него, в тебе сидит. Значит, ответ на все вопросы готов. Ты грешен, значит, это кара за твои грехи. Безгрешен – это испытание. И что ты должен смиренно принять все? То бишь, что бы ни происходило, убивает, грабит, насилует, спокойно принимай все, потому что все это есть уже результат грехов тех или иных или испытаний. А не кажется, что очень удобная позиция для того, чтобы превратить человека в пассивное стадо баранов, извините за выражение, которого можно будет отправить куда угодно, и чтобы они ничего не делали, чтобы не пытались, по крайней мере, считать себя, добиться, чтобы считать себя человеком. Не рабом, как говорится, там вот, раб Божий. Как я вот приводил один пример из Торы и Ветхого Завета, что когда книга «Иисус Навин», где Моисей умирает, и Господь Бог, Яхве, заявляет Иисусу Навину, говорит, «Мой раб Моисей умер, теперь ты будешь вместо него». Это не мои слова, это из Библии. То есть говорится, Господь Бог заявляет своему Мессии, что «Мой раб умер, а ты теперь будешь вместо него». То есть, то бишь, рабом. Если он считал Мессию своим рабом, то кто все остальные? Извините, а может быть Создатель считать то, что он создал, особенно по своему образу и подобию, считать рабом? Значит, он сам себя считает рабом, получается, да? Алогизм. Ну, это можно долго продолжать. Просто, понимаете, вот людей загнали в такие психологические ловушки, где им говорят, согрешил, вот пойди, исповедуйся, там еще отстегни, и чем лучше, чем больше ты отстегнешь, вот чем больше отстегнешь, тем не только грехи твои простятся, да, но еще и даже тебе скажут, что ты святое дело делаешь, продолжай дальше делать, да. Мы это наблюдаем, согласитесь. И никто почему-то не обращает внимания. Извините, а разве может, говорится, что-то измениться от того, что кто-то награбил миллиард и потом взял, принес, отдал сиротам, которые стали сиротами, потому что у родителей был отобран миллиард, скажем так, дать им там конфетку. Благое дело, да, счастливый ребенок стал, да? Вот это святой человек. Понимаете, вот я всегда возмущался и всегда протестовал против этой фальши, несправедливости. Понимаете, человек вор, он, значит, нужно назвать вором. И никакие обстоятельства, то, что вот он, так сказать, там на церковь дал, ну, вы знаете, чаще всего, что оказывается в результате церкви, на Божье дело, но почему-то Божье дело оказывается Мерседес у папа, шикарный особняк у него же, черный, красный на столе, это Божье дело, да? Это все идет на благо Бога. Понимаете, вот все, один мой читатель прислал мне письмо на сайт, он сказал, что когда он был мальчишкой, он тогда первый раз и навсегда перестал верить в религию. Каким образом? Он написал, что его бабушка испекла Пасху,
и стояла всю ночь, там молилась, и так далее, и так далее. И батюшка благословил, она дала церкви это. А он, интересно, прилез через забор и увидел, что священник, после того, как все эти люди вот, вкладывали душу в эту Пасху, стояли, эти Пасхи пошли на корм свиньям у попа. Понимаете, вот у мальчишки это стало достаточно, чтобы он уже перестал верить, что в церкви есть что-то святое. Ну и так далее, и так далее. И смотрите, все для чего это делается? Для того, чтобы принизить человека, превратить его, поставить на колени, сказать, что он ничтожество и так далее, и так далее. Я не хочу сказать, что человек – это высшее, так сказать, создание. Человек творит иногда такое дело, такие вещи, что лучше бы он не назывался разумным. Понимаете, что я имею в виду, да? Но это как в свое время, если помните, по Эзопу, когда просили его принести, что есть самое прекрасное на земле, его хозяин – философ. Он принес язык, ну, конечно, не свой, а говяжий или там свиной, я не знаю. И хозяин удивленно спросил, почему ты принес язык? Он говорит, ну, вот с помощью языка люди слагают легенды, песни любви, клянутся в верности и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. После чего он говорит, да, ты убедил, действительно, это язык – великое дело. А тебе принеси самое мерзкое на земле, что есть. Он вернулся через минуту с тем же самым языком. Ну, слушай, ты что, нас дураков держишь? Ты же сказал, что самое лучшее. Ну, как же, ведь с помощью языка люди лгут, предают, изменяют, и т.д. и т.п., клевещут и так далее. И опять все согласились. Понимаете, опять-таки, человек может быть и как история с языком, как и одно, так и другое. Потому что человек наделен искоркой разума. А вот как он эту искру разума применит, уже зависит от него конкретно. И чего он станет? Станет ли он творцом? Или он превратится в раба, готового, чтобы его жалкое существование продолжалось, предать и продать все и вся, включая и самого себя? Зависит от конкретного человека. И это не от Бога, не от кого, а именно от конкретного человека. И вот наша с вами задача сегодня и в последующие два дня – поклонение, я так планирую, именно попытаться все-таки понять, человек тварь, букашка ползучая или что-то несколько другое. Вот я пытаюсь доказать, что мы все-таки не тварь ползущая, а гораздо больше, что может быть, если человек действительно захочет и правильно будет действовать. Просто в любом случае всегда должна быть ответственность. Человек должен понимать, за каждое свое дело должен принимать ответственность. Одно сделал, плохое сделал, должен понимать, что он делает, и потом не говорит, ох, не виновата я, он сам пришел. Сделал хорошее, тоже понимал, что делает, и так далее. Полностью ответственность за каждое свое действие. Вот если каждый человек не будет прикладывать ответственность себя на других, вот тогда очень многое можно изменить. И изменить не только в самих наших самих, но и изменить в окружающем нас мире. Потому что вот многие мне задают вопрос, а что мы можем сделать? Вот что мы можем сделать? Да если каждый человек на своем месте будет делать правильно, то паразитам будет очень сложно манипулировать людьми. А говорят, ну что такое правильно? Ну, по крайней мере, если человек психически адекватный, для любого человека нормально, то если представить, что бы ты не хотел, чтобы делали тебе. Вот если не будешь делать другим, что бы ты не хотел, чтобы делали тебе, это уже большой прогресс. Потому что тогда человек уже будет знать, что вот мне не нравится такая вещь, если кто-то сделает такое, мне будет неприятно. Не делайте такого другого, другим. Уже начиная даже с таких элементарных вещей, которые не являются какой-то высокой философией, чем-то таким, что типа высокая духовность, типа... Вот я понял, что я есть я, как там индусы говорят, высшее я достиг. Вот я теперь понял, это высокое дух. Вот простейшие вещи, которые мы знаем все с детства. Но почему-то мы все их знаем. Но в каждой конкретной ситуации мы находим себе объяснение, почему мы можем сделать по-другому, а не так и было правильно. Не так ли? А вот если мы не будем искать запасных рядом. А вот завтра проснусь или с понедельника начинаю жить хорошо, по правилам. Ну, знакомое понятие, да? Не нужно объяснять,
что происходит с понедельников, с каждым понедельником, потом. И таких понедельников, кажется, почему-то очень-очень много. И так человек часто умирает и никогда не понимает, что он жил и прожил, и впустую свою жизнь прожил, и не использовал ту искру, которую не Бог заложил, а та, которая у него была, которую он действительно развить мог, и добиться благодаря этому очень-очень многого. Человек это просто не делает. И вопрос, а не обидно ли будет тогда человеку? Я просто приведу пример из своей практики, чтобы пояснить немножко, что это значит. Ну, кто-то уже знаком с информацией, которая не знакома, но пока это, так сказать, пускай будет, так сказать, необычно для некоторых. Еще в 1988 году весной ко мне приехала женщина, еще жил в Харькове, с проблемой у нее был раковая опухоль в области солнечосплетения. Ну, естественно, ей не хотелось умирать от раковой опухоли. Ну, это понятное желание человека. Здесь почему приехала, нет вопросов. И вот она, выйдя на пенсию, создала группу, которая, значит, контакт с другими цивилизациями и так далее, и так далее. Ну, чтобы сделать долгий разговор короче, потому что у нас более важные сегодня дела есть. Вот, кому интересно, могут мои книги почитать, я там расписываю более подробно. Вот. Суть такова, что оказалось, что она попала в руки, контакт у нее был, только не с цивилизациями другими. Не, он был с другой цивилизацией, только сидел на земле, на других этажах, которые большинство даже не понимают, что они есть. И он, когда его прижали в угол, зажали в угол, он заявил: «А что я делаю? Это дураки, у них держат самородки в руках золотые». Ну, если перевести на ту информацию, которую он приводил на наш образный язык. «Вот я все забираю, им все равно не нужно это. Я просто отбираю у них то, что у них лежит в карманах, они никогда не воспользуются, и используют для своей собственной цели. Вернее, моя задача – передать, кому положено, кто меня сюда послал для этой цели». Казалось бы, невинное, так сказать, дело. Вот валяется булыжник, самородок, да? И раз – забрал его. Подумаешь, забрал. К сожалению, эти самородки, которые у них действительно были, качество, которое они уже наработали, не понимая, что они имеют, нельзя вот так забрать просто так. Да, можешь забрать то, что он не делал. Но когда забирается это, что получается? Дело в том, что человек живет не одну жизнь, ну, для кого-то это новая информация, для кого-то, может, нет. И то, что они достигли в той жизни, когда вот в то время, момент, когда было, это был результат эволюционного накопления всего, что было до того момента. И вот кто-то приходит и видит, что спящий человек спит, не понимает, что он имеет, и украсть. Это насильно, чтобы прийти к ребенку, который играет золотым самородком, и сказать: вот тебе конфетка, которую ты можешь пощупать, вкусная, сладкая, отдай мне этот камушек, он тебе все равно не нужен, а я тебе дам другой камушек. И ребенок, не понимая, что золото и конфетка не одинаковы по своей ценности, обменяет. Вот то, что мы наблюдаем, происходит с нами очень часто. И очень часто происходит не только с людьми, которые не понимают ничего, а с теми людьми, которые пытаются найти духовный путь, ищут и так далее, и так далее. Таких у меня тоже было примеров много. Да? Люди разных поисков духовной истины, начиная от восточных, кончая, так сказать, африканскими, достигшими высоких уровней в тех дисциплинах, которые они продвигались, оказывались просто-напросто как разменная монета в играх не очень-то высокого уровня паразитов. И почему? Потому что нам существующая система представления вбивает в голову, что вот мир тот, который можем открыть глаза и увидеть. Только и все. Больше ничего нет. О, если бы вы имели представление, что на самом деле представляет реальный мир, который окружает человека постоянно. Сколько уровней реальности ни другой планеты, даже нашей планеты существует. И как эти уровни взаимодействуют между собой, включая с физическим уровнем, включая с человеческим человеком, с людьми, которые живут. Если бы люди это видели, а думаю, кое-что сегодня, может, кто-то тоже увидит, то начинали бы думать немножко по-другому, а может быть, совершенно по-другому. Так что моя задача сегодня и в последующие дни именно попытаться, может быть, не скажу, чтобы все показать, потому что все это невозможно, а хотя бы приоткрыть и показать какие-то частицы, хотя бы начало того, что действительно существует, и то, что вокруг нас есть, и то, что мы даже чувствуем, не понимаем, что и как, и почему, и что действительно человек
если он действительно правильно будет действовать, то он сможет достигнуть очень и очень многого. Но опять-таки, не тогда, когда он будет грести под себя, а когда человек будет делать для других. Потому что развитие, именно по светлому пути, если говорить, не по паразитическому пути, оно возможно тогда, когда человек действует вне себя, ради других. И не глупо, потому что, понимаете, паразиты тут же могут спешаться и сказать, вот, мне нужна помощь, давай, помогай мне, да? Помогать, вот я, знаете, своего собственного опыта, пришел к выводам, потом, когда мне попались, в 99-м году попались славяно-еврейские веды, я в них прочитал и был рад, что мой собственный опыт привел к тому же самому пониманию, что нужно помогать, нужно не всякому, кто кричит о помощи, а тот, кто заслуживает помощи. Уважать нужно не всякого, а тот, кто заслужит уважения. Любить нужно не каждого, а тот, кто достоин любви. Вот если мы будем этим принципом придерживаться, мы действительно сможем помочь реально очень многим, тем, кто действительно нуждается в помощи, а не паразитам. И еще, действительно нужно давать не рыбку людям, которые они сегодня скушают, а завтра опять будут голодны, а удочку, чтобы они могли поймать рыбку сегодня, завтра и так далее. Но это образ, понимаете? Поэтому, если только давать рыбу готовую, то люди очень часто могут быстро превратиться в паразитов тоже. Зачем им что делать, если все равно придут и дадут? В Индии сейчас, мало кто знает, вот каста неприкасаемая, слышали такое, да? Там уже больше 200 миллионов таких людей, которые, в принципе, назвать сложно человеческое существование, потому что на уровне дикости живут, они живут на мусор и так далее. И они считают, что все должны им подавать. Вот если кто-то не даст им, турист, кто был туристом, знает, что если, я там не ездил, но приходил совершенно немало, если человек, идущий, проходя, не дай бог, через эти районы, не имеет там монеток или чего-то в кармане, то может оттуда живым не выйти. Почему? Если ты не дашь, тебя начинают убивать. Потому что менталитет уже сложился. Все должны дать, пускай там ничтожно, но что-то дать. Понимаете? То есть нельзя воспитывать... Не каждому нужно помогать, кто просит о помощи. Это я убедился на своем собственном опыте неоднократно, а именно тот, кто достоин помощи. Вот если мы будем с вами придерживаться такой простой философии, которую наши предки знали очень хорошо и долго, сотни тысяч лет ею пользовались, потому что, как не скрывали, но все равно правда постепенно все больше и больше выходит. Как вы понимаете, что цивилизация Земли не последние 10-15 тысяч лет назад. 10-15 лет назад это как раз то выход из уровня дикости, который была отброшена цивилизация. А цивилизация, по крайней мере, просуществовала несколько сотен тысяч лет, и ее создали представители других цивилизаций, которые колонизировали нашу Землю. И доказательством, опять-таки, не нужно ходить никуда, это очень простой. Опять-таки, приведу, кто не слышал, потому что когда в Альпах нашли замороженное тело неандертальца, то есть не кости окаменевшие, а тело, то есть образцы ткани, и могли сравнить генетику. И оказалось, что неандертальцы совершенно несовместимы с современным человеком. То есть, другими словами, предками современного человека они быть не могли никоим образом. А вопрос, а кто другой был предки человека? Другие, кроме неандертальцев, вымерли 600-800 тысяч лет назад. Так откуда же человек появился? И к тому же одновременно, и т.д. и т.п. То есть, точнее, будет появилась сначала белая раса, а уже потом появилась порядка 40 тысяч остальные расы. Правда, то, что белая раса появилась порядка 600 тысяч лет на Земле, долго и тщательно скрывали все невозможные способы. Но это все уже всплывает и выходит наружу. Вот такая небольшая преамбула. А теперь, что я хотел сказать о немножко плане, который я собираюсь сегодня проводить, в оставшееся время сегодня и завтра. Каждый день не будет повторением одного и того же дня, за исключением одного. Будет отбираться, так сказать, тестирование людей, которые желающие попасть на сцену. Но это не будет просто вот, «хочу», тот и попадет. К сожалению, для того, чтобы показать что-то, и у меня здесь нет времени 10 лет на сцене, чтобы стоять и приводить человека в то нужное состояние, которое можно показать некоторые качества. Потому что на сцене можно только пару минут
для того, чтобы провести необходимое быстрое преобразование. И для этого, к сожалению, не с каждым человеком можно такое произвести. Во-первых, это большая нагрузка для человека. И во-вторых, для этого человек должен определять определенное качество, которое у него уже должно на уровне генетики быть. Поэтому задача, что сегодня будет происходить? Вот я проведу такое тестирование, где я буду применить, потом объясню, что к чему. После чего те, кто попадутся на крючок, а крючок будет очень хороший, потому что если не освобожу от этого крючка, вы так и останетесь с этим крючком и никуда не сможете освободиться. И главное, сыграть вы, подыграть это невозможно, потому что это будет реакция организма, которую человек сам контролировать не может. После чего желающие, конечно, кто участвует, будут приглашены на сцену. Я попробую показать тем, кто счастливчик, а может, никто его знает, счастливчик или нет. Это мы с вами узнаем. Показать разные возможности влияния, разные проявления психики человека. Показать, что наш мир, который нас окружает, к которому мы привыкли, только маленькая-маленькая часть того, что есть на самом деле мир. Потом еще будет сегодня общая так сказать, работа с залом, то есть чтобы сгармонизировать каждого сидящего здесь в зале и так далее, и так далее. Массовый сеанс работы со всеми, опять-таки, желающими. Кто не будет желать, того насильно никто ничего не будет делать. И, конечно, будут еще по мере, может, кого-то появляться в зале вопросы какие-то по ходу дела. Частично я буду эти вопросы отвечать, которые будут касаться того, что мы будем делать. Вот такая динамичная система нашей сегодня работы и последующих дней, по крайней мере, я планирую. Но если кто-то видел, немножко похожее было в городе Архангельске в 91 году. Вот примерно то же самое попробуем сегодня провести. К сожалению, сцена здесь не такая большая, хотелось. Но, надеюсь, нам хватит. А людей больше, чем в Архангельске, так что посмотрим, количество людей, которые реагируют на нужный тест, всегда зависит от случайного числа. Это не есть какое-то заранее определенное кем-то. Обычно 5% общества людей, от 5 до 15% реагируют очень хорошо, а остальные тоже реагируют, только нужно больше времени. Как вот у меня практика была в Штатах. Я брал человека, который вообще ноль реакции, то есть нужно было строить 100% всего, чтобы создать то, что нужно, качество новое. И через несколько лет я выстраивал. То есть это возможно, просто времени не одинаково. 5 минут или 10, или 5 лет. Вот, поэтому такая вот ситуация, что все замерли, тихо так. Сразу, а что будет, да? Ждете, да? О, знаете, как по-английски, be careful what you wish for. То есть, будьте осторожны, что вы желаете. Может произойти, да. Поэтому, надеюсь, музыку можно будет включить такую, чтобы вам вынести. Сейчас я с вами начну проводить вот это тестирование, первая часть тестирования. Оно очень простое. Оно будет совмещать себе немножко гипноз. Потому что гипноз позволяет, я не люблю резкий гипноз, мягкий гипноз, позволяет настроить человека на нужное состояние качественно. Что от вас требуется? Чтобы было просто выявить людей, пожалуйста, желающие, возьмите руки, это скрестите. Не больше, ни много, ни меньше, вот так. Это все то, что требуется от вас будет. А остальное буду уже делать я. Так что теперь приступим. По вашему телу растекается тепло. Тепло проникает в каждую клетку. Вы чувствуете, как теплые волны пронизывают вас и погружаются все глубже и глубже. Теплота наполняет ваши руки и пальцы. Пальцы скрепляются, все сильнее, сцепляются все сильнее и сильнее. Как будто магниты в ваших руках. Вы не в состоянии разделить пальцы. Все. Две руки слились в одно целое. В одно целое. Каждый палец перестает вами управляться. Вы не можете пошевелить. Не можете сдвинуть пальцем каждой руки.
и правый, и левый, и мизинец, и указательный, и большой, все пальцы, без исключения, уже вами не управляются. Потоки идут все сильнее, сильнее. Так, ну, для начала достаточно. Теперь попробуйте расцепить пальцы. У кого пальцы не расцепляются, просьба выйти. Есть такие? Прошу, поднимайтесь. Проходите, да. Первый раз немножко мягко делал, чтобы... Поднимайтесь там или здесь, на сцену. Так. Ну вот, видите. Просто проходите, чтобы распределять, чтобы было удобнее всем. Так, ну у вас освободились, уже можете спуститься, значит, поток. А, уже все, значит, потоки только те, потому что мне нужны потоки. Да, в следующий раз распуститесь. Я объясню, почему. Дело в том, что то, что происходит, когда сцепляется, к примеру, вот видите, прошу, чуть вперед, видите, я начал мужчину мучить первого. Надеюсь, вы не возражаете? А, одну секундочку. Ломит сейчас. Оп, все. Вот. Поэтому мужчин можно мучить. Их все-таки не так, как же женщины, слабый пол. Понимаете, вот мышцы соединены. То есть, конечно, можно было сделать мощнее, более мощное воздействие, чтобы еще жестче было. Но если дергать, то можно порвать мышцы. Если не видно кому-то. То есть от желания человека, хотя он полностью... Как вас зовут? Валерий, вы себя чувствуете полностью, да? Осознаете, контролируете себя? Но руки расцепить не можете. То есть это не связано с желанием воли, понимаете? Здесь не от того, что человек хочет или не хочет. Чудо? Нет. Чудо? Нет. А в чем дело? У вас не очень жестко? Жестко. Еще потерпите несколько минут, да? Вот знаете, когда я столкнулся с одним... серьезным гипнотизером, который по всему Западу разъезжает, вот это чудо, мы не можем понять, почему вот происходит. Что здесь? Здесь очень важно, что вот потоки, которые шли в человека, я направил их так, чтобы они воздействовали. Есть у нас мышцы сгибатель и разгибатель. Я знаю, какие сгибатели и где разгибатели работают. Просто заблокировал их. Одновременно направил сигнал, и вот заблокировал. Сейчас снимаю, освобождайтесь. Видите? Так, пожалуйста, посмотрите здесь. Так, вы как? Тяжело? Жестко скрепилось, да? Пробуйте расцеплять. Тяжеловато, но чуть больше. Так, вы как? Не тоже. Ага, ну, не сточу поток. Следующий. О, у вас крепко. Секундочку. Это очень крепко. Видите, чуть доза, для кого-то доза чуть-чуть мало, для другого чуть-чуть много, а третьего нормально. Так. Пробуйте сейчас. Пробуйте, пробуйте. В принципе, это очень хорошо для дальнейшего. Оп. Оп. Вот. Постойте. Вот. Так что, видите, здесь... Не зависит, это не зависит, поверьте, ни от силы воли человека, ни от мужчины или женщины, зависит просто от его характеристик. Кто следующий? Кого там тяжело дожало? Можете шевелить? Но у вас не очень крепко, да? А сейчас разжимайте. Оп. Так, и еще. Оп. Все. Так. Ну, чтобы тут много людей, сразу, чтобы не мучить всех. Оп. Пробуйте расшибать руки. Так. Ничего-ничего, кого очень крепко, я потом подойду отдельно. Так,
Кого расщепилось? Ну, женщина на чем расположить первую, так? Оп. Так. У вас еще есть, да? Держится. Сейчас освободим. Оп. Оп. Так. Сейчас ничего. Сейчас получится. Так. Ну вот. И еще. Оп. Так. Так, пока кто, чтобы кто освободился, присаживайтесь немножко. От шока отходите. Так. Вот. За 100 крови пошел в руках. Так, ну вот, раз. Теперь освобождайте руки. Ну вот, пошло уже. Ага. Так. Так. Так, освобождайте руки. Еще держится, да? Попались. Вот видите, так вот здесь пойти в город, вы уже так и будете ходить с руками. До конца жизни. Хотите, да? Только вытрясите столы, чтобы другие могли видеть. Те, кто не попал, им же не видно. Интересно, да? Так. Сильно. Вот видите, чуть для кого-то мало, для кого-то очень много. Доза. А вот так. Расцепляется. Так. Так. Ничего, ничего, ничего. Сейчас все будет в порядке. Просто очень хорошо взяло. Наручников не надо, правильно? Раз и все. Так. Ну вот, расцепляйте сейчас потихонечку. Потихонечку, потихонечку. У вас просто инерция. Это очень хорошо для многих вещей. Но неприятно, когда зацепилось так. Вот так. Ну, сейчас распрямляйте, распрямляйте. Дойдите глубоко и расцепляйте. Все. Так, у вас еще есть? Сковала в груди. Так, раз. Оп. Тоже еще в плену оказался. Так. Так, расцепляйте. Так, свободнее, свободнее. Ну вот уже пошло, сейчас откроется. Так. 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 Ну вот. Раскрывайте сейчас. Не спешите, не спешите. Ну вот. Сейчас откроется. Еще. Оп. Сейчас пойдет, не молчись. Или так оставить? О, так, а может так удобнее? Так, сейчас пробуйте. Сейчас, секундочку. Ничего, 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 не молчись. Сейчас, секундочку. Оп. Оп. Так, кто еще в плену оказался? Вы еще? Сейчас. Так. Освобождайте руки. Еще нет? Не хотят, да? Ничего. А ну их хорошо попросить надо. Ну-ка, давайте. Сейчас сделаем, не волнуйтесь. Так, вот сейчас пробуйте двигать. Все. Сейчас они вернутся. Угу. Все. У вас еще, да? Так. Попробуйте двигать. Угу. Вы тоже. Так. Так, пока скажите, так. Кто у нас еще в плену остался?
Так. Все, уже можно освобождать. Угу. Пробуйте. Еще не хотят? А может, человек грешен? Давайте узнаем, грешен или нет. Признавайтесь. Это шутка, конечно. Понимаете, подвести можно все, что угодно, понимаете, под эту ситуацию. Но на самом деле это очень хорошо. Это устойчивость потока. Так, пробуйте сейчас. А вы скажите, давай, пальчик. Вот смотрите. Не хотят. Надо просить получше, видно. Уважение каждый пальчик просит, да? Так. Ничего, сейчас. Сейчас пробуйте. Еще не хотят, да? А вот так. Сейчас. Ничего. Вот теперь двигайте. О! Так. Тоже. Главное, не волнуйтесь. Я вас так не оставлю. Если вы, конечно, не пожелаете сами. Так, все, расцепляйте. Так, кто еще? Вы стали, да? О, как крепко. Так, ну вот. Расцеплять. Оп. Ну вот пока присядьте, вот пока место. Как видите, дадим немножко отдохнуть, обретевший, так сказать, тест. Как видите, здесь, да, пожалуйста, если нет желания на сцене быть, можете уйти-то по желанию. Вот. Мы поймали в нашей, так сказать, сети кого? Мы это выясним, счастливчик или не очень. Будем, они сами, наверное, определят, что это. Вот, как видите, здесь сохраняется полностью сознание у людей. То есть это не... словесно немножко настроить, только мне просто нужно, чтобы человек настроился немножечко. Для того, чтобы добиться того, чтобы именно получить тот эффект. Сам замыкание пальцев, этот тест, который я придумал, позволяет очень легко и быстро выявить людей, которые достаточно предположены к трансформации, которую сейчас я и дальше произведу. Но перед тем, как произвести трансформацию, я просто покажу немножко разные, ну, пока не уходя дальше, виды. Ну, то же самое, гипноз наяву, телепатию и так далее. И показать, что эти явления очень простые, в принципе, по своей сути. Они одного и порядка, одно поле ягодки. И ничего сложного и страшного в этом нет. И что они все взаимосвязаны. И что и так называемый гипноз, которые я не люблю погружать в сон, когда по современным понятиям гипноза подразумевает следующее. Человека погружает в транс, когда его сознание полностью отключено, и тогда даются какие-то команды, которые он выполняет. На сцене я сегодня никаких таких вещей показать не буду, потому что я не люблю гипноз такой глубокий, потому что он бесполезен, неинтересен. А будем пока другие явления, того же самого гипноза и не только. И я буду объяснять, где гипноз, а где не гипноз. Ну вот, для начала, из тех, кто попался на удочку, и здесь действительно нельзя, так сказать, что вот человек «хочу или не хочу». Тут оно или есть, или не есть. Опять-таки, не связано с тем, что то-то слабая воля или так далее. Это не связано с силой воли, а связано с тем, что как организм человека реагирует. Просто я немножко знаю организм человека, и могу управлять не только своим, но и чужим, как понимаете.
И здесь важно показать, что было понятно, что человек каждому понятно. Вот есть гипноз, это простая вещь, вот это гипноз, а вот это гипноз на его, а это вот это, а вот это вот это. Потому что когда мы это поймем, нам будет проще разбираться в том, что на самом деле есть, и проще понимать происходящее и с нами, и без, внутри нас, и за пределами. Потому что многие вещи происходят, когда не нужно говорить никаких слов, никто ничего не произносит. Но вопрос, если ничего не произносится, значит, что ничего не происходит. Все, от радиации мы выяснили. А сейчас посмотрим, сейчас другие. Но кто из мужчин хочет добровольно... Есть добровольцы? Так, прошу, кто еще? Ну, прошу. Значит, что хотел показать? Что, вот опять-таки, о, у нас все мужчины, так сказать, герои. Это хорошо. Конечно. Что сейчас будем с вами показывать? Вот я хочу показать то же самое простой, разный вариант. Гипноз простой. То есть, когда нужно выключить сознание человека. Потом те же самые действия можно сделать без выключения сознания человека. Хотя то же самое будет происходить. Вопрос. А нужно ли выключать человека сознание для того, чтобы достичь чего-то? Нет, не нужно. То есть иногда человек будет чувствовать свободно, полностью себя свободным, но это не значит, что он управляет собой. В данном случае добровольцы позволяют мне это делать с ними, и против воли это не делаю, только в критической ситуации, когда необходимо действовать на защиту чего-то. А когда нападает, можно действовать. В остальном случае такие вещи не допустим, с моей точки зрения, по крайней мере. Ну вот. Ну, героев много, кто будет первый? Ну, по порядку, ну давайте. Ой, да. Вот смотрите, как раз. Мужчина крепкий, в принципе, как я, комплекции, правильно? То есть слабой волей не обладаете, правильно? Думаю, нет, да? Вот, смотрите, вот опять-таки, рука. Сейчас человек свободно и владеет, да? А сейчас? Можете двигать своей рукой? Еще можете, да? А сейчас? А сейчас уже не можете. Вы себя осознаете полностью? Вот подумайте, хочу освободить руку. Можете что-то сделать с этим? Видите, это не связано с желанием или волей человека. И здесь ничего магического, вернее, есть магия. Но магия – это знание, в принципе. Основа тем, что я просто, опять-таки, знаю, какие сигналы послать куда, чтобы мышцы перестали подчиняться человеку. Вот кому не видно, показываю. Видите, просто окаменевшие мышцы. Вот теперь, только, пожалуйста, встаньте, кстати, поддержите, на всякий случай. Если вдруг будет падать, человек поддержит. Теперь, оп, рука свободна. А теперь, посмотрите на меня, спите. Вы стоите, погружаете в полный глубокий сон. Видите, человек, вот это вот погружение в гипноз, обычный. То есть можно настроить человека, что он будет слышать только мой голос. И все остальное исчезнет, не будет существовать. И так далее, и так далее. Вот здесь вот ввел человека в состояние гипноза. Обычно он сказал ему спать. Я слово говорил? Нет. А вы помните, что с вами было сейчас? Состояние сна. Вот, просто объясняю следующее. Я ввел человека в состояние сна. Я, конечно, мог более глубокое состояние вести. А вывел щелчком. То есть воздействием на это. Сейчас еще помочь вас еще раз. Ну, человек не против, ну. Спать. Но человек, если мучается, дадим ему пользу от этого. Как обычно, вы чувствуете, как тепло наполняет все ваше тело, все наполняется энергией, вам хорошо. Когда вы проснетесь, вы будете бодрым, крепким, полным сил. Как пробудить?
Что вы сейчас чувствуете? Бодрость сил? Уверен в завтрашнем дне? В другом окну придете, окно побольше, да? Это помните термедию? Ну хорошо, спасибо. Сейчас давайте, кто следующий? Ну, давайте, вот, следующий герой. Попробуйте, двините правую ногу, сможете? Да. Ну, как же, двигайте. А сейчас? Ну, давайте оставим, вот, чтобы у вас все свободно, кроме носка. Подержите сзади, если что. В полном сознании вы, понимаете все? Сознание ваше не затумнено ничем. О, сейчас освободилось, да? Хорошо. Следующий, пожалуйста. Сделайте руки вот так, ладошками. А теперь ладошки соединяются. Уп, и приклеиваются друг к другу. Быстренько, быстренько. Контакт. Фу. Все, кому мужчинка нужен, кому мужчинка нужен? Опять-таки, простейшее управление мышцами. Сознание полностью. Никакого сознания не затумнено. Или как? Тумана нет? Нет. Кто-то желает проверить из зала? Может, он подсадная утка? Ну, или не утка, а селезень. Кто желает проверить из зала? Есть такие желающие? Ну, пройдите. Ну, поднимитесь тогда. Конечно, все не могут подняться, но хотя бы пару, если желание есть, пожалуйста. Единственная просьба не рвать мышцы. Хорошо? Только спину не становитесь. Вы ворвете мышцы. Пробуйте вот так руку двигать, если на то пошло. Видите? Пробуйте. Так вы сломать палец хотите человеку? Просто можно зажать еще сильнее, но человеку будет тяжело. Когда и танком не сдвинешь. Нет, да? Просто если дернуть сильно, получится разрыв мышц. Ну, если мышцы порвете, то попробуйте чуть-чуть, если хотите. Только не очень сильно, потому что действительно там мышцы. Только не надо, как это Павел Корчан, это самое, партизан набросить, терпеть. Так могу сделать, чтобы пальцы не шевельнете. Сейчас можно сделать, и пальцы не шевельнете. Просто сделайте это силу влияния. Просто самое главное, чтобы... Я не хочу чересчур сильно человека вогнать в состояние, когда просто мышцы напряжены так, как вот здесь вот, допустим, напряжены. Ну, в следующий раз, может... Потому что для каждого человека можно вести, только для этого нужна подготовка. Если человек не готов к этому, это может губительно для человека быть, просто-напросто. Но это может быть. Но в любом случае, в данной ситуации... Оп! Видите, все снимается просто. Пожалуйста, спустите. Нет, не в гипнабельности делал. Кто-то из вас, кто был гипнабельный в своей роли? Был гипнабельный кто-то раньше? Когда участвовали? Не знаете, то есть в любом случае. Так, ну еще что такие интересные вещи можно показать? Ну, допустим, следующий кто у нас желающий? По очереди, ну, выходите, кто? Ну, наверное, кто-то под страховку должна быть сзади, просто встаньте. А, нет, я придумал более интересные вещи. Нет, вот два человека вышло, да? Так, а может давайте вспомним сказки про золотого гуся. Кто знает сказку, да? Так, кого мы выберем, золотым гусем выберем сейчас? Кто хочет быть золотым гусем? А сказку не помните? Ну и напомню, золотой гусь, такой гусь был, когда кто не прикасался к нему, приклеился, не мог двинуться дальше.
И вы, и все, кто прикасался к тому, к кому прикасался, превращают в цепочку. Ну и кто хочет быть золотым гусем? Ну вот, делаем вас золотым гусем. Попробуйте коснуться его. Только лучше сзади, чтобы... Теперь можете руку оторвать? Можете, нет? Не можете. Следующий желающий. И как вы? Не приклеились, да? Не годитесь. Кто следующий к золотым гусем подклеится? Не хочет быть золотым гусем. Только одного взял. Следующий. Золотой гусь тоже не дурак. Кто желает следующий? Просто мне самому интересно. О, нет? А так? Нет. Следующий. Кто желает? Даму тоже могут пробовать. Что? Конечно. И гусю можно. И что? С трудом. Ну, значит, гуся нужно сделать помощнее сейчас сделаем. Гуся мощнее сделаем. Двое приклеились уже. Кто еще? Кто хочет еще попробовать приклеиться к гусю? Нет. Не клеится. Все попробуйте, попробуйте. А, не золотой гусь, может быть. Проба не та. Сейчас поменяем пробу. Кто еще не попробовал? Никто не хочет приклеиться к гусю, да? А может, гусь не устраивает? Может быть, не на гусем сказать золотым, а кем? Ну, павлином, фазаном. Как вы думаете? Все? А теперь поменяем вместо гуся, сделаем... кого? Кем вы хотели быть золотым? Орлом. О, а может на орла золотого пойдут? А ну-ка попробуйте сейчас золотым орлом попробовать коснуться. Нет? А вот есть рекомендация, золотую бабу сделать. Ну, он мужичина. Ну, у нас оказался один приклеенный, да? Пока. Может, вы все приклеили на себя? Ну, а попробуем теперь вас сделаем золотым кем? Жар-птицей. О, жар-птицей. Хорошо, делаем ваш жар-птицей. А теперь освобождаем. Не отклеивайтесь. О! Подождите, может, вы просто один забрали все золото на себя? А попробуйте, кто сейчас, вот, он еще побудет гусем золотым, еще коснуться, может, касается к одному человеку? Приклеивайтесь? Не, все забрал. Как вас зовут? Алексей. Алексей все золото забрал. Вот бы так на Олимпиаде взяли бы, все золото забрали, да? Хорошо, но теперь сделаем такое. А вас как зовут? Игорь. Игорь. Ну, давайте сделаем следующее. Что бы такого интересного сделать? Вот встаньте вот здесь. Вот сейчас поставили между вами стену. Попробуйте, вы можете двигаться вперед?
Можете, да? Чуть назад. Стена, еще воздух не окреп. Сейчас добавим укрепителя. Так. Назад опять пойдите чуть-чуть. Вот так. Дадим ему немножко стену укрепиться. О! Так. Вот. Вам усилим стену еще. Не получится. Так. Не получается, да? Напряжение, да. Чуть отойдите, Игорь, немножко чуть дальше. А то стена тонкая, если побольше ее, потолще. Вот так, сейчас как. Чувствуете? Так. А если, допустим, каменная стена будет, кирпича, лучше будет? Чувствуете кирпичи? Шурша вы чувствуете. Хорошо. Пройти можете дальше? Так, Игорь, может, Алексей нет, да? Давление, да? Вот, просто я не хочу очень сильно влиять, просто можно увеличить степень влияния. Но, тем не менее, вот у нас уже два человека попались. Вы не можете пройти здесь, да? Точно? Можете, да? Видите? Немножко отдохните, сейчас немножко поясню. И продолжим дальше. Опять-таки, при работе можно увеличивать дозу воздействия, влияния и заставить человека, чтобы он полностью... просто не хочу перегружать, чтобы это не было перегрузки. Потому что у нас еще очень много чего предстоит сделать сегодня и завтра, послезавтра. И тогда будет ясно, что в принципе здесь ничего, так сказать, сверхъестественного нет. Как видите, люди в полном сознании. Но перейдем к следующей фазе. Для этого прошу всех встать, кто даже сидит, в одну линию такую. Чтобы в одну линию только, пожалуйста. Так, чтобы мне было проще подходить. Сейчас будем отбирать из вас, кто быстрее всего пройдет трансформацию. Так, просьба, так руку протянуть, одну руку достаточно. Цветок на руке, видите? Посмотрите. Видите? Бутон. Нет? Оп. А сейчас? Я ощущаю. Ощущаете, но не видите, да? Да, я ощущаю. Нет, нет. А я спрашиваю, видите? Нет? Нет. А сейчас? Ну, пока постойте, просто пошел. Так, вы тоже, пожалуйста. Так, видите? Бутон на этой руке. Так, что сейчас? Тоже пока стойте. Сейчас быстро выбирать будем, кто. Так. Видите бутон на руке? Так, а сейчас? Ой, держите руку так. Каждый просто протяните руку так. Всем бутончики. Давайте сделаем проще. Все правую руку протяните так. У кого на руке появился бутон? Есть кто-то здесь? Бутон. Розы, да? Угу. У кого еще? У вас, у кого еще? Так, остальные пока стойте, значит. Бутон. Ничего. Да-да. Расплывчато, да? Оп. У вас как? Нету, да? Так, у вас что? Видите? Расплывчато. А сейчас? Четко видите, да? Так, у кого бутон? Видите бутон? А сейчас? Так, пока слушаю. Так. Бутон есть на руке? Так, стойте. Так, у вас? Бутон нету?
Не видите? Так, стойте. У кого вот он есть? У вас есть? Ощущение есть. А сейчас появляется. Так. Так, у вас вот он, да. У вас что? А сейчас? Ощущение, стойте дальше. У вас? Чувствуете? Не видите, не чувствуете ничего, да? Хорошо. У вас что? Появляется, исчезает. Так. Оп. У вас? Пока ничего, стойте. Вы сейчас увидите, нет? Ну, нечетко, да? Так. У вас как? Розовый, да? Хорошо. У вас что? Так. У вас? Нету. У вас? Так. Нет. У вас что? Чего у вас? У вас что? А сейчас? У вас что? Чувства не видите, так? Так, ну вот просто всем сесть и держать, у кого цветок на руке есть, и всем сказать, присядьте, просто на свои места. И держать так, да, на цветок на руке, у кого есть. И всем вот это, просто присядьте пока. И держите руки так. У всех даже, кто, у кого нет, вот продолжается процесс. Сейчас поясню немножечко. А у кого появился цветок, это уже, значит, уже многие процессы пошли по преобразованию мозга. Просто для того, чтобы сделать преобразование мозга, нужно быстро тест. Вот я жил программу, что у кого человек быстро происходит преобразование, у него появляется цветок. Когда цветок полностью раскроется, когда он полностью раскроется, преобразование мозга произойдет. А пока каждый течет, доходит довольно тонко, хотя быстро, но все равно это индивидуальный процесс. Немножко. Так, пожалуйста, присядьте. Значит, когда у кого свой цветок распустится полностью, мне сообщите, хорошо? У вас раскрылся, да? У кого еще раскрылся полностью? У вас что? Упал? А, хорошо. Так, у кого еще? Так. Есть уже несколько, есть. А кто еще? Ну, да, немножко я пока поясню, потому что каждый, сказать, процесс пошел. Значит, опять-таки, дело не в цветке. Я просто привязываю процессы преобразования мозга, чтобы, когда у человека процесс завершится, чтобы не стоять возле каждого человека и не преобразовывать. Я хитрый человек, ленивый. Поэтому решил сделать проще, взять, чтобы, так сказать, цветок работал за меня. Просто кто будет пытаться делать такое же с другими, должны понимать, что то, что увидит цветок человек, это не значит ничего. Просто процесс идет в мозге, а распускающий цветок – это просто уже результат теста, на какой фазе трансформация происходит у мозга. Кто-то новенький добавился у нас, пока я говорил? Нет новеньких? Потихонечку раскрывается. Хорошо, вот видите, я же не зря болтаю. Даю возможность, чтобы прошли процессы. Что происходит при этом? Преобразование мозга заключается в том, что я качественно изменяю структуру мозга, нарабатываю новые уровни у человека, качества, новые тела, скажем так, сущности, новые органы чувств, которые у человека не были до того, как. И по мере того, как это происходит, происходит появление, вот, распускание цветка. Полное раскрытие цветка говорит о том, что процесс завершился. Насколько устойчиво или нет, мы проверим это позже, когда пройдем в следующей фазе. Так, у кого еще появились новые распустившиеся или нет? Болит рука? Деформируется? Бушует поток, да? Прогибается. О! Мои, у меня тоже здесь. Какой-то ужас. А может, у нас инопланетянка? Скрылись. Так, что вы думаете, что вы видите сейчас?
Как вы думаете? Ладонь не ваша. Место цветка сущности у своего увидели. А может быть, уверены в этом? Может быть, и наоборот. Так, ну вот, кого еще? Что? Значит, у кого цветки полностью отпустились, распустились? Правильно, правильно. Поток идет. Да-да. Хорошо. Так, ну, давайте, потому что у кого уже прошли процессы, просьба выйти вперед. У кого прошли процессы, полностью раскрылось. У кого, по мере того, как будет продолжаться у тех, кто еще не завершилось, просьба тоже выдвигаться. Это на первый, второй считать. Первый, второй, и потом первый, первый ряд расстрел, да? Не надо, да? Нет, это конечно, шутка, конечно. У вас что, у вас распустилось? Хорошо. Хорошо, теперь можно опустить руку. Скажите, вы до этого видели когда-нибудь себя внутри или так далее? Себя внутри? Да. Чуть-чуть было, да? Но что вы хотели посмотреть? Не, я не говорю, что должно быть непорядки. Ну вот, просто подумайте. Не нужно закрывать глаза. И видите свои легкие? Видите? Да. Ну и что вы видите там? Слава Богу, чисто. Слава Богу, чисто. Ну, может, они Богу вам благодаря, так? Но легкие сами по себе вам мало что скажут. Что вы хотели бы? Значит, вы хотите узнать, насколько очистился? Насколько очистился после того, как я прошел прийти. О, хорошее желание. Значит, для того, чтобы вам понять, просто станьте сюда, чтобы все вас видели. Ну, возьмите пока микрофон. Значит, чтобы было понятно. Значит, вам... Вот вы сейчас видели свое легкое, да? Легкие. Вы что-нибудь вытащили оттуда информацию какую-нибудь? Ну, я посмотрел, что чистка легких. Вы уверены в этом? Чуть-чуть есть. А почему? Что вы имеете чуть-чуть? Ну... Есть темный осадочек. Хорошо, а теперь подумайте так. Вы курили, так? Значит, если вы курили, значит, у вас в легких должно быть много смол от курения, так? Для того, чтобы найти их, вам не просто посмотреть легкие нужно, а нужно задать задачу себе. Я хочу увидеть, есть ли у меня легкие смола, где и сколько. Для того, чтобы увидеть, вы скажете, я хочу, чтобы они были черные, к примеру. Теперь посмотрите. Я вот именно так и смотрю. Так смотри, да? И осталось немножечко, да? Да, внизу, вот, в обоих легких, если не надо показать. Да. Есть чуть-чуть осадок небольшой, но осталось есть. Так, курящие есть в зале еще? У нас рентген появился сейчас. Насчет легких курений, особенно курящих. Кто хочет узнать, что при курении происходит внутри легких? Ну, поднимитесь, я вас, нам, как вас зовут? Дмитрий. Вот Дмитрий нам расскажет, что он увидит. У него пятна. Что? Пятна. Пятна. Он уже видит, правильно. Нет, зачем? Вы давно курите? Просто, опять-таки, чтобы проще управлять, вам нужно зайти в задачу. Допустим, хочу увидеть только легкие, чтобы ничего не отвлекалось. Легкие делают прозрачные, и смола в них делается темной. О, уже линия записывается, это хорошо. Так, пожалуйста, объясните человеку, что он делает своими легкими. Вот пятнами здесь вот, такие коричневые пятна, такие два больших пятна и несколько маленьких. Так вы говорите сразу, что это просто только смолы есть? Ну, смолы, да, а вообще там... Ну, говорите, что вообще там... Сейчас надо это самое... Сообразить, да? Срез сделать. Правильно. Не надо, конечно, туда. Ну, грязные, легкие, но я не знаю, как описать сейчас. Снаружи вот коричневые пятна, а по срезу, ну, грязь там такая, серая, такая. Детство. А помогать не надо? А что помогать? Бросить, сам себе поможет.
А вот если он бросит, скажет, что завтра бросит? Завтра не бросит. А вот когда бросишь, вот месяц через три почувствуешь себя лучше, не раньше. А легкие начнут чиститься где-то месяц через 9, наверное. Нет, это они сами будут чувствовать, очищаться. А вы не пробовали очистить? Не, не пробовал. Не пробовали? Она надо почистить, а сам не будет бросать курить. Вот я его почищу, а он будет курить. А этот самый, и это сделай, и это сделай, да? Ну хорошо, посмотрим, ну, теперь скажите следующему. Снаружи легкие равномерного такого темно-серого цвета, более-менее равномерного, внизу чуть почище, почище, а верхняя часть вот вся темная. Курите, не бросили? В конце... Хорошо, ну просто сейчас несколько, тут не можно, нельзя всех просто... Кто еще? Ну, женщин, допустим, давайте пусть вперед. Ой, бросайте срочно. Вы у вас, это самое, у вас прям вот в левом лёгу, у вас вот здесь вот, на этом лёгу, причем, да, срочно болит там в том месте? Именно в том месте? Болит, да? О, все, человек попался. Это не неврология, как видите. Так далее. Ну, еще кого-то, вот еще. Два человека. Ну, а вы скажите ему, что вы видите в легких? Ну, у него тоже пятна, у него коричневые пятна. Больше вот здесь, вот здесь вот поменьше. Здесь вот такой темный осадок, вот, не знаю, типа как у меня. Такие темные пятнышки. Ну, ему еще лет 10 можно спокойно курить. Еще. А потом загнется, да? 10 покурит! А там брык! Но это не с курением. Ну, не знаю, но они как бы выделяются из всех легких. Легкие так более-менее равномерно, там такие серо-голубые. Ну, вы просто ставьте задачу отделить одно от другого. Проблема трахеи – это другое. Ну, вот кончики трахеи, да, они темные. Я не знаю, курение или нет. А как вы думаете? Задайте задачу. Вы просматриваете всю глубину. Ну, ничего, просто цвет нормально хватает. Привыкли. Здесь еще потяжелее. А вы задачу ставьте правильно. Ну ладно, не будем мучить. Человек только сейчас осваивает все, не сразу. Так вот я о чем говорю. Это жидкость. Я же говорю, что здесь... Не-не, поймите следующее, вы правильную задачу ставьте. Это не, человек просто обучается, это не нормально, ничего страшного. К сожалению, потому что вот оно как раз и видно. А почему того не видно, потому оно и легче. Оно там было, а вот здесь облегка остался. А вы правильно, почему вы правильно ставьте задачу? Понимаете, очень важно. Секундочку, ну ладно. Уже не будешь? Следующий. Ладно, это немножко тяжеловато. Давайте отдохните немножечко. Отдохните немножечко. Сейчас немножко поясню. Во-первых, даже вот то, что произошло, человеку все равно тяжело. Это нагрузка. И очень важно, как видите, правильно поставить задачу. То есть нужно ставить задачу четко и ясно. Если сначала вроде шло хорошо,
то потом уже немножко на автомате пошло, это недопустимо, потому что нужно каждый раз абстрагироваться от опыта предыдущего и смотреть конкретного человека. Кто у нас еще открылся? Вы? Хорошо. Ну, теперь, женщина, что вот курящие еще остались, да? Возьмите. Ну, а теперь пробуйте вы. Опять-таки, ошибка большинства имеет какое-то понимание, то, что должно быть, и проецируется. Это неправильно. Подойдите, пожалуйста. Вы легкие видите? Нет, чувствуете, видите, это несколько разных вещей. Нет, не знаю, или видите? Просто зависит от того, что вы говорите, можно немножко доработать или не доработать. Так вы говорите? Угу. Так, ну, я думаю, вы немножко еще растеряны. Кто смелый у нас? У кого полностью цветки распустились? Проходите. Так, ну вот. Задача вам понятна? Да, вы знакомы с анатомией? Хорошо. Значит, ваша задача просто настроиться, представить, что вы... Держите пока, чтобы не сами будете держать. Чтобы, так сказать, увидеть легкие и просмотреть у человека, что у него с легкими. Задачи ставят уже патологии, если есть или нет. Связано с курением или нет. Разделять, или не просто общее там. Так далее. Понимаете, конкретность четко нужна. Понятна задача? Понятно. Попробуйте. Чтобы не мешать, пожалуйста. Ну, вот острые патологии я не вижу. Вижу вот что-то в этой области. Вот здесь, да. Ну, человек же может не только курить, допустим. Да, но это нет курения. Это, возможно, какое-то воспаление было. Ну, что-то легкое. Вот. Еще... Как воздействие, то, что на легких, я так вижу оттуда, позвоночник ищет. Я понимаю, но... Позвоночник. Ну, это, естественно, легкие связаны с позвоночником, да, спиной. Нервы, конечно. Да. Ну, такие серьезные какие-то позвонки, никаких не вижу. А вы задачу ставите? Значит, просто здесь вы должны понять, что сразу человеку сложно определиться, потому что нужно действительно научиться понимать то, что видишь, и правильно ставить задачу. Ну, я вижу поле еще. Вот информация, которая про поле. Нет, не поле, вы должны настроиться. Я поняла, но оно, то, что влияет, но я это не вижу. А вот вы постарайтесь увидеть сами легкие. Сами легкие? Да. Вот знаете, как вы видите, допустим, вот цветы здесь. Не получается, да? Нет, я вижу. Видите, да? Вижу, да, так как строение, все вижу. А теперь задайте задачу, отклони от нормы, где есть. Ну, хотя просто опишите, что вы видите, просто не нужно давать медицинских названий. А среди тех, кто здесь присутствует на сцене, врачи есть по образованию? Есть? У кого открылись, кто видит? Нет? Ну, пока нет, да? Жалко. Вот просто врач бы это было проще гораздо работать. Нет, ну, я тоже студент медицинского. А вы имеете медицинское образование, да? Ну, это хорошо. Но в любом случае вы должны именно задавать задачу. Понимаете, не просто легкие у всех есть, если не удалены, так? Одно удалено может быть, два не может быть, правильно? Априори. Значит, но если задачи, нужно задавать задачи, патологии. Здесь вы должны забыть, как медицина учит, а просто настроить себя. Просто даже, допустим, зоны повреждения будут черными, а нормальные легкие будут обычным вид. Розовый, такой розово-сиреневый, если здоровые легкие. Ну, где вы видите? Покажите. Ну, и что вы думаете по этому поводу? Ну, по этому поводу я
Так, а с чем это может связано? Ладненько, вы знаете что? Поставим задачу, потому что нужно, мы на сцене не можем два часа стоять, понимаете? Пока прошу курящих и сесть, потому что, к сожалению, потом, в дальнейшем, может быть, просто нам задача была следующая, что вот вы видели следующий момент, который мы уже наблюдали. То, что вот происходит, это ошибка очень многих. То есть, когда вот даже появляется возможность видеть внутренний орган, увидеть легкие сами по себе, это не важно. Потому что, опять-таки, за исключением, когда они удалены, одно из них, по крайней мере, они будут на месте. А нужно именно поставить задачу так, чтобы определить, какая конкретно патология существует для данного человека. Для этого нужно абстрагироваться от всего и настраиваться конкретно на то, что есть. И не обязательно человек может знать, что это. Но нужно сначала прийти в зону повреждения. То есть представить, что вот, задача, вот, допустим, поврежденные зоны будут, допустим, черные. И вот определить сначала, что и как повреждено. А потом уже начать размышлять, что там может быть. Это последствия воспаления легких, это последствия, как говорится, плеврита, последствия, допустим, туберкулеза и так далее, и так далее. И видеть, допустим, если это, допустим, какие-то, допустим, кальциевые образования твердые, значит, естественно, это последствия туберкулеза. И они будут быть как шарики такие твердые внутри легких. Понимаете? Но это нужно ставить задачу и понимать. Это потом можно, даже если вы не знаете, что это есть, можно определить. Почему вот здесь вот как раз то, что я наблюдал у своих студентов очень часто, которые даже много лет проходили обучение. Проблема в том, что проецируют свое понимание, вот что кажется. Вот они думают, что должно быть так, и проецируют. И это самая большая ошибка. Или наткнуться на какую-то первую точку, какую попадется, и дальше не идут. Зачем идти дальше, если нашел то, что нужно? Это большая ошибка. Нужно искать первую причину. Вот что есть основа и так далее, и так далее. Почему это важно? Вот сейчас я немножко заостряю внимание. Потому что при дальнейшем, если человек развивается, то при дальнейшем у него необходимо при работе получить информацию достоверную. Если он получает достоверную информацию, он может с ней оперативно действовать. Если он получает информацию искаженную, его действия получают искаженные, и результаты будут очень плачевные. Поэтому самое главное именно забыть о том, что я думаю об этом. Сказать, а что вот, один раз ко мне пришла женщина, это был 89-й год, или начало 90-х, нет, 89-й год. Пришла, говорит, вот скажите мне, что у меня с почками? Я, значит, просматриваю. Раз, два, три. Так. Раз, два, три. Ну, вроде считать умею, считаю. Раз, два, три. Ну, почек не должно быть три, правильно? Почки две нормально в ситуации. Или одна, если отрезана, или патология. Я проверяю опять три. Я говорю, странно, у вас трое почек. Да, говорит, я прошла вас проверить. У меня действительно трое почек. Понимаете, то есть здесь нужно быть, не проецировать то, что привычно. Вот привычно две почки, да? И мы смотрим две почки. А может быть три, а может быть и рождается с одной почки. Сердце может в данном случае быть справа, а может быть слева. У кого как бывает. Чаще слева, но иногда и справа бывает. Понимаете, вот нельзя проецировать типичные, привычные представления, которые мы имеем, на все. То есть нужно всегда смотреть как совершенно новое явление. Потому что если не будем это делать, то получается, что мы будем буксовать, и движение будет, в принципе, никакое. Ну что, продолжим дальше. Так, у кого еще цветы распустились полностью? Прозрачный? Так, хорошо. Теперь посмотрите, можно опустить руку? Свой мозг видите? Вы умеете представить, какой мозг себе представляете? Ну, примерно знаю. Нет, мне нужно закрывать глаза с открытыми. Нестабильный еще, да? Так. Так. Что у вас? Там уже плоды созрели. Вот. У нас уже и плоды созрели. Но если плоды созрели, то это очень хорошо.
Так, а вы свой мозг с сажающими плодами можете видеть? Сейчас настройтесь внутрь. Да. Вы раньше его видели? Не задавались? Приходилось раньше что-то такое увидеть? Это первый раз с вами? Приходилось, да? Ну вот представьте себе свой мозг теперь хорошенько. Только не представьте, войдите в него. Как ни странно, вы можете просто войти в свой мозг и попутешествовать, где хотите. Можно пойти не только в мозг, куда угодно, каждый орган посмотреть изнутри. Интересно? Вы пробовали масштабы менять? Не расширение. Ну, чтобы, допустим, сердце было размером с дом, к примеру, и в нем погулять своим собственным. Да. Но сердце, когда ходишь в сердце, ты же входишь в сердце и смотришь, что там. А там ты уже видишь реально какого-то такого. Хорошо, отлично. Но вы уже были знакомы. Кто не был знаком? У кого раскрылся цветки? Распустился. Вы раньше путешествовали? О, ну не везет. Ну все пришли. Но кто у вас новенький, не путешествующий был? Вы путешествовали тоже, да? Раскрылся, да? Хорошо. Мозг свой видите? Посмотрите свой мозг сейчас. Видите, да? Ну вот. Раньше никогда ничего не видели такого. Вот это, ну, к сожалению, но теперь уже не к сожалению. Вот почему интересно, что... Пожалуйста, как вас зовут? Алла. А отчество? Алла Михайловна. Алла Михайловна, до этого у нас люди пострадавшие, которые уже видели свой мозг. Ну, это неинтересно, что сказать, они и так видели до этого. А что раньше? А вот здесь Алла Михайловна ни разу не видели свой мозг. Нет? Интересно? А что вы хотите? Допустим, ну, посмотрите руку свою. Просто посмотрите. Вы можете представить, что рука становится прозрачной, и в ней видите только сосуды. Допустим, венозные или артериальные. Допустим, артериальные сосуды. И видите, как в них кровь циркулирует. Можете дать артериальную алую кровь, как она обычно, синюю сделать венозной. Видите движение крови по сосудам? Рука прозрачная. Вот немножко увеличивайте поток. Я немножко за вас это делаю. Из стекла. Рука стала стеклянная, да? И в ней что вы видите? Все сосуды внутренние. До капилляров. Ну вот, вы можете погулять по капиллярам тоже. Не ходили по себе внутри? Ни разу? Вас сегодня в клуб веселых находчиков не повезут, я обещаю. В клуб веселых находчиков никого не повезут, я обещаю. Это не сумасшествие. Ну тогда, то есть вы можете попутешествовать. Своя рука, а теперь посмотрите. Допустим, вот ваш сосед. Допустим, ну, что посмотрите? Какой орган хотите посмотреть? Что вы хотите посмотреть? Сердце. Сердце? Ну хорошо, вы как видите сердце? Посоветую, просто представьте, что все тело человека прозрачное, только его сердце и сосуд уходящий. Видите? Нет, так вы сердце снаружи смотрите, правильно? А насколько я знаю, рубцы снаружи не бывает. Кроме спаек, конечно. А вы просто посмотрите, вот эти сердце войдите. И опять-таки, задача. Если патология есть где-то, где эта патология? Сложно? Ну, не нашли ничего? А у вас есть что-то? Не нашли. Но может и нет, потому что нету, видите? Есть, да? А может быть нет или есть? Так почему? Сердце не обязательно плохое быть. А вот желудочек, предсердие. А с чем у нас не вариант? Вы смотрели? Ну, не совсем, у вас аорта расширена, клапан.
клапан. Нормировать и так далее. Ну, что-то еще можете посмотреть? Это просто обучение идет, понимаете, еще. Человек первый раз видит. Легкий, посмотрите. Опять, не просто как легкий, как легкий, а посмотрите, что там. Ну, может, рукой попробуйте, поможет вам. Представьте, что все прозрачно, только легкие. А внутрь пойдите. И что вы увидели? Темные прожилки. И так далее, ну. И так далее. Ну, пока посмотрите, хорошо? Кто-то еще у нас... посмотрите, посмотрите. Кто-то у нас еще открылись цветы? А что у вас? Ну, не важно, цветок. Я же не сказал, что роза должна быть. Ну, я сказал, цветок. А видите, проекция открылась или только... Бутон, да? Или открылась? Ну, отлично. А сейчас настройте свой мозг, видите? Видите свой мозг? Сосуда. Ну, можно расширить. Быстро движется кровь. Ну, можно переключиться на другое. Передняя часть, видите? Возьмите. Передняя часть коры. Коры. А кора имеет слои разные, знаете? Тут я вижу. 7 слоев серого вещества, ни странно, только 7. Внутричерепная жидкость. Ну, отлично. Сейчас мы, так сказать, там, всяких мужчин я предпочитаю больше на эксперименты такие рискованные приглашать. Сейчас попробуем из того, кто человек открылся, попробуем сделать одну интересную вещь. Сегодня у нас время бежит много, быстро, так сказать. На завтра будем продолжать, конечно, но сегодня еще несколько вещей, думаю, удастся сделать мне. Вот я попробую человека вывести из собственного тела. То есть человек просто выйдет сущностью из тела, и при этом тело не будет мертвым. Есть такие методики, мне позволяющие. Не только человек может путешествовать за пределы своего тела, выйдя из тела, и чтобы было слышно остальным, что происходит, человек может даже говорить, что связь останется, и тело будет вещать, потому что другим словом, другим методом не услышит, допустим, телепатическую информацию, большинство людей принять не смогут, как понимаете. И поэтому, так сказать, для того, чтобы... Да-да? Можно уточнить, а нам... Сами сидящие, какой смысл вот этих демонстраций? Вот, вроде бы семинар, а фактически только для человека, который на сцене. Но это не только для на сцене. Для нас практически что? Ну, я объясню, только когда начал вопрос, я объясню это. Во-первых, сейчас важно, моя задача сегодня, следующие трех дней, показать различные возможности человека. Различные варианты его возможности психики человека, его способности на других качественно на принципиальных уровнях. Это значит, что для всех присущих это освоит. Но, по крайней мере, моя задача заключается в том, чтобы показать людям, что такое есть реально, что это можно достичь. Это только начало сейчас происходит. И будет понятно, что самая главная задача, которую я ставлю перед собой, показать, что то, что считается невозможным, является возможным и довольно-таки быстро достижимым, если человек действует правильно и движется в правильном направлении. И что, так сказать, задача заключается в том, чтобы человек
Понял, конечно, не все присущи в зале. Хотя воздействие, когда идет, идет на всех в зале, не только на тех, кто на сцене находится. И многие... Что? Ну и, скорее, это не самое главное, как раз. И для того, чтобы показать, что возможно, если человек действительно развивается правильно, чего можно достичь? На сцене за, допустим, за 2-3 дня сказать, достичь, показать очень многое, может, в таком случае, если человек хорошо реагирует. А если человек не реагирует, то требует больше времени, только и всего. А достичь это все равно можно, если правильно развиваться и правильно двигаться. Ну вот, сейчас посмотрим, согласится ли у нас человек на такой эксперимент. Где у нас? О, ушел? А, устали, да? Тяжело. Вы видите свой мозг? Свое тело? Потому что если вы не настроены, то вы не сможете выйти из тела. Мне кажется. Нет, кажется, здесь опасно. Иначе, если я дам поток, вас вышибет, то вы уже можете погибнуть по-настоящему. Это не шутки. Так, кто хорошо видит свой мозг? Есть ли? Пока другие вещи посмотрим. Что-что? Физически. Ну, нет, но то же самое. В принципе, когда вы видите, то же самое. Ну, внутри так же, видите, как и снаружи, правильно? Ну, вот вы, допустим, видели так же, как и снаружи, правильно? Как реально. Кто так вот видит сейчас? На пару секунд проверяется, точно четко, а потом все решит. Ну, это еще не совсем готово, может, завтра будет. Как у других? У кого сейчас готово? Серое все, да? Ну, еще немножко прочищать нужно, не все сразу. Но вы уже были раньше готовы, это не годится. Или вы ходили с телом когда-нибудь? Нет, так вот, в полном сознании. Но тоже не годитесь. Нужно тех, кто это не проходил ни разу, чтобы это было... Кого открылось видение, вы видите? Но это не обязательно. Теперь свой мозг видите? Настройтесь. Нет, не видите, да? Сейчас видите, да? Хорошо видите? Попробуйте посмотреть дальше, допустим, по телу пойти, чтобы... Не знаете, да? Ясненько. Хорошо. Ну, давайте, кто-то из мужчин может подойти, на всякий, подстраховать, на всякий случай, сюда? Попробуем провести. Вы из тела выходили когда-нибудь? Нет, один раз. Давным-давно, лет 30 мне еще было, значит, 20 лет. Как это происходило? Я лежала, когда я еще занималась лежала просто на диване. Потом я вижу, что мое тело на диване, а я под потолком. И я тут испугалась, и все, и больше я никак... И прыгнули обратно, да? Да. Хорошо. Ну, попробуем сейчас опять провести эксперимент, потому что это, когда человек готов, значит, если вдруг все поддержите, хорошо? Вот сейчас я просто немножко делаю настрой, так? Чтобы в полном своем сознании... смогли выйти из своего тела. Пробуйте. Не бойтесь. Выходите. Что мешает? Я себя не ощущаю. Мне кажется, что я и тело, и уже...
что одно и то же. Срослась. Срослась, а вы уверены? А страх, если прибавить? Нет, страха нет. Хотя скованность какая-то. Вот просто представьте, что тело – это как одежда. Вот вы снимаете одежду перед сном. Вот представьте, что вы раз и шагнули с тела. Шагайте. Ну? Боитесь? Да нет, здесь не нужно. Вы не должны думать об этом. Просто задать задачу. Я выхожу из тела. Я выхожу из тела. Пойду погуляю. Правильно. Можно направо, можно налево. Да. Выходите. Не двигайте ничем. Просто тело же, но одежда. Раз. Как сейчас? Не получается, боитесь. Нет, 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 нет. Что-то там у меня такое ощущение, что я как бы одновременно и зал вижу сверху. Так. И в то же время я сижу, стою здесь. Нет, ну это тоже. Ну вот и разделите свое сознание. Полностью переместите, знаете, прикачайте себя туда. Только не нужно с потолка смотреть, вы можете поставить себя рядом. Как, поставили? Что мешает? Просто выйти. У меня как будто я в сердце, но не коротко. А сейчас? Немножко боитесь. Ничего страшного, присядьте. Сейчас. Понимаете, в чем дело? Существует иногда страх некоторый, даже на уровне подсознания. Когда вот я хотел сегодня добиться, интересно, это может быть лучше завтра, когда человек более-менее привыкнет, чтобы действительно выход из тела прошел, когда тело остается, как говорится, в полном бодрственном состоянии, то есть кардиограмма, концевая мозга будет как в коме, только проводился эксперимент. Когда человек не боится, выходит, концевая мозга нулевая, человек говорит, все нормально, просто связь создается с телом, я создал одну систему, позволяющую соединять вышедшую сущность, полностью соединена с телом, и тогда можно просто, человек может переместиться в любую точку зала и так далее, и так далее. Надеюсь, у нас это получится, может, не сесть не сегодня, то, надеюсь, завтра это получится добиться, чтобы такого было, да? Скажите, а вы можете нам завтра или послезавтра провести общий сеанс на освобождение от паразитических сущностей? Конечно, я сегодня буду делать это тоже. Вот. Дело в том, что у человека сидит очень большой на уровне подсознания даже страх о том, что, допустим, если выйти из тела, это будет смерть. Но, во-первых, в конечном итоге, когда действительно смерть наступает, когда тело покидает, сущность покидает тело, конечно. Но если дело это не в момент умирания, а сознательно управляемо, то в никакой катастрофической ситуации не будет. Человек может выйти из своего тела, при этом тело будет действительно функционировать полностью, и человек может говорить и так далее, передавать информацию, чтобы другие слышали, и это будет действительно любопытно. Вот сегодня немножко человек, может, завтра мужчина немножко крепнет. А вот та женщина, которая уже выходила, может быть, она попробует, вы хотя бы посмотрите? Попробует, ну. Ну, не годится, мы посмотрим. Не годятся, почему? Я хотел именно тех людей, которым это впервые случается, чтобы действительно, чтобы, когда человек уже делал, это интересно, но не столь. Ну, может, попробуем действительно с теми, кто выходил, кто уже забракованный, да, в этом плане. Но вы выходили тоже по-другому, да? Ну, давайте. Попробуем. Еще кто из мужчин, пожалуйста, на всякий случай, по страховку, да? Вы? Можно опустить руку, да? Тоже. Вот. Вы, значит, выходили, значит, не должны бояться, да? Значит, то, что вот немножко сделал с вами, добавил к тому, что у вас было еще, так? Просто сделайте шаг вперед из своего тела. Так, вышли? Хорошо. Теперь вы себя полностью нормально, ну, связь сохранилась полностью. Вот теперь можно было, конечно, тест какой-то провести. Ну, какой же бы тест провести? Сколько я держу пальцы?
Да, это легко. Здесь написано, что записку напишите, можно прочитать. Вот, пройдите какое-то место, где журнал? Я выйду, напишу. Я выйду за дверь, напишу записку. Вы готовы к этому? Не знаете, да? Ну, просто вы для начала попробуйте пройти, допустим, того человека. Вы доходите до него? Доходите, да? Что при этом видите? Можете писать детали? Не знаю, как руку. Ну, вот руку поднял. Какого цвета ботинки? Не знаю, я прошу, как раз я видел, как руки скрещены. Что-что? Ну, руки были как соединены. Ну, темные какие? Темные. А какой цвет ствол? Я не знаю, я могу молиться, но... Как я вижу, может, после ошибки, как 40 лет. У вас какое место? Она ведь 41-е. 8. 8. Вы увидели, да? Я просто на 9-м сидел. А-а-а! 10 баллов. Нет, да? Ну, поэтому, когда вот опыт немножко есть, поэтому хочу, чтобы новое было. Конечно. Вот. Просто, когда человек выходит, уже опыт имеет, у него наработанная методика, которая несколько отличается от того, что я пытаюсь показать. Дело в том, что старые наработки, которые есть, к сожалению, очень часто мешают человеку, потому что он делает привычно. Привычно, и чаще всего то, что привычно, не совсем правильно. Поэтому очень сложно, именно человек, который уже что-то умеет, знает, ему сложно перестроиться по-другому действовать. Поэтому, так сказать, вот я и хотел найти, кто сегодня, ну, сегодня, видите, немножко вот мужчинам потом помочь им, потому что он будет не против. Завтра с ним это попробуем провести, как и некоторые другие вещи. Чтобы именно показать, когда человек не знаком, у него нет каких-то шаблонов. У него нет каких-то уже наработок, которые мешают ему действовать по-другому. Потому что сейчас выход, который вот женщина делает, это совсем по-другому, чем вы привыкли. Но вы используете свой опыт, тот, который был, а он не годится здесь. И поэтому возникают такие вещи, что вы при возможности сделать, вы это не делаете. Допустим, тот же самый номер стула увидеть или ботинки увидеть тоже несложно. Можно даже посмотреть, что в записной книжке написано и так далее, если на то нужно. Но для этого нужно правильно действовать. А вы действуете по старому принципу, то, что вы привыкли. Это неправильно. Вот, давайте сделаем следующее. Пожалуйста, пока присядьте все, кто может присесть, так? Значит, оставшиеся 20 минут, что я пытаюсь сделать? Ну, во-первых, проведу общий сеанс работы оздоровительной для всех присутствующих здесь, так? А потом еще у желающих поснимаю блокировки. Те блокировки, которые, так сказать, желающие будут снять. Для того, чтобы ну, помочь. Это довольно-таки много уже делалось такого. То есть две части сегодня будет еще такого плана. Общее воздействие лечебное и, так сказать, еще такое снятие блокировок. Сначала сделал снятие блокировок, а потом вот такое воздействие лечебное, оздоровительное. Завтра мы с вами продолжим, и вполне возможно, что уже на завтра на сцене появятся не только что сегодняшние были, но и новые люди, потому что каждый раз, после каждого следующего воздействия, каждый человек чуть-чуть меняется, кто-то больше, кто-то меньше. И обычно с каждым разом людей, как говорится, реагирующие, становится больше и больше и больше. Поэтому, так сказать, завтра может быть весьма интересные вещи, если получится. Все зависит от того, как мне удастся вот, подготовить людей, которые, потому что, вот видите, даже крепкий мужчина, ему стало тяжело, он, нагрузка, это большая нагрузка. Это исключает момент, что большую часть нагрузки я принимаю на себя. То есть я создаю условия, и человек просто находится в них. Это, а если человек будет сам создавать нагрузку, то ему будет гораздо тяжелее от этого. Но наша с вами задача именно добиться, вот я хочу показать, надеюсь, сегодня элементы уже удалось некоторые показать, связанные с простейшими гипнозом и так далее, и так далее. А вот завтра я хотел бы показать уже другие
другие качественные возможности, как, допустим, смещение в другое измерение и так далее, и так далее. Где, если это пройдет, все зависит от того, как вы будете реагировать, и если будет любопытно. Конечно, вот вопрос задал молодой человек, что а какая польза нам от этого? Дело в том, что польза в том, что показать из тех, кто пришел сегодня, это случайное стечение, люди по интересам интересующие приехали и так далее, никто никого не подготавливал, не выбирал специально. Отобрать людей, которые, на которых действительно можно в короткое время показать определенные качественные явления, проявления психики, возможности психики и так далее. Потому что для того, чтобы научиться управлять этим, для того, чтобы научиться действовать и так далее, займут многих десятилетия, чтобы научиться пользоваться. Потому что создать некоторые вещи несложно, когда знаешь как. Допустим, перестроить мозг – это несложно для меня лично. Вот. Но самое сложное для человека, как показала практика, это научиться правильно понимать, чтобы не проецировать свои шаблонные представления, которые привычны из жизни, на то, что совершенно не вписывается в те рамки, которые человек привык. Вот если получается, у человека действительно получается большой прогресс. Единственное, кто может ограничить развитие человека, только сам человек. Никто и ничто другое. Вот только наши ограничения, наши шаблоны могут быть препятствием нашего собственного развития. Потому что мы сами можем только блокировать себя, не более того. Потому что я могу по своему опыту сказать, что когда сталкиваюсь с ситуацией, некоторые привыкаешь к каким-то обстоятельствам, и когда сталкиваешься с новым, ты должен действовать по-другому, иначе ты, по крайней мере, не завершишь, что делаешь, и можешь же погибнуть. Потому что если попадаешь в ситуацию, которая незнакома совершенно, то идет полное разрушение. Мне бывало ситуации, когда, так сказать, совался по привычке, как вперед поехали, а потом приходилось выскакивать, потому что начинал сгорать. А это не очень приятно, когда горишь вживую. Хотя это пламя нет, но когда ты сгораешь вживую, это не очень приятно, скажем так. И для того, чтобы пройти, возникает задача найти, как же пройти то, что ты уже привык. А это новое что-то, принципиально новое. И вот проблема всегда заключается в том, что человек всегда ограничит сам себя. Пока вот есть мозги будут шевелиться, пока человек будет свободен от шаблона, пока он будет искать новые варианты, он всегда может двигаться вперед. Да, не всегда он может найти выход, но если он будет пытаться, такая возможность есть. Но когда мы начинаем шаблонно подходить, то есть не пытаясь изменить ничего, просто взять, вот как мы привыкли действовать, прошли и пошли, то в этом ситуации мы обречены. Почему? Потому что в свое время Кант выдвинул понятие «вещи в себе». То есть мы вот отсель до сель мы можем познать, а дальше мы не можем познать, он прав или не прав. Да, и ни то, ни другое, потому что каждое конкретное состояние, которое мы с вами на уровне развития имеем, имеет определенные ограничения. Если мы просто пользуемся как потребители этим, мы всегда дойдем до границ того, что нам возможно делать с теми возможностями, которые у нас есть. Но если мы столкнемся с чем-то таким и начнем думать, как бы нам это изменить, и найдем ключик и изменим это, мы шагнем дальше, до следующего рубежа. И так движение будет бесконечно до тех пор, пока мы можем шевелить свои мозги, можем меняться сами, изменять свою внутреннюю и внешнюю среду. И если именно вот этот механизм действует, то человек действительно может двигаться до бесконечности. То есть никаких ограничений, кроме как собственного, как говорится, шаблонности, у человека не существует. И, в принципе, задача вот моя за эти три дня, чтобы вот те, кто приехали, чтобы немножко пояснить и показать, и немножко помочь, потому что, опять-таки, когда идет работа с залом, не значит, что все, кто не вышли сегодня сцепленными, не значит, что с ними ничего не произошло. Вот если сегодня не вышли, завтра, допустим, те, что сегодня не вышли, выйдут часть новых. Так было всегда. Просто идет процесс кого-то быстрее, кого-то медленнее. И здесь нельзя, это человек, это как тоже тонкий инструмент, его нельзя сломать. Понимаете, можно сломать, один раз использовать и выбросить, но это неподходящее. Нам нужно именно создать то, чтобы человек развивался, и развивался не
не одноразовым, а безгранично, чтобы движение и развитие шло безгранично. Творчески, да. Поэтому сегодня мы только затронем маленькую часть возможностей, так сказать, влияния на человека. Завтра и послезавтра мы продолжим с вами демонстрацию, с вами же помощью. Я просто пытаюсь именно с вашей помощью показать вам самим, что это возможно. Потому что то, что я достигли, рассказать об этом неинтересно, потому что это мой опыт, и он остается только моим опытом, может, любопытно прочитать, но он остается только моим опытом. А именно то, чтобы хотя бы часть из тех, кто приехал сюда, на эти дни, которые на их примере показать, что вот смотрите, вот это такая вещь возможна, такая вещь, такая возможна, и такая вещь возможна, чтобы вы поняли, что человек гораздо больше, чем просто тупая физическая оболочка, к нам привыкли, кусок мяса, к которому нам привыкли. Это мы. Мясо, да, это наше тело, оно очень важное, но оно не единственное, не все, что мы есть. Человек гораздо больше, чем просто физическая оболочка. И возможности человека гораздо больше, чем просто возможность физического тела. Потому что то, что может человек при правильном развитии своего сознания, если развитие ему действительно имеет, это никаким образом близко не подойдет ни с какими возможностью, допустим, любого развития чисто физического. Но человек, допустим, сможет пробежать при активной подготовке на несколько секунд быстрее, допустим, 100-метровку. Ну хорошо, что это поможет? Когда пуля летит, поможет ему убежать от пули? А когда атомная бомба взорвется, это очень поможет? А если человек правильно развивается, он может развиваться. Достаточно силы мысли, можно расщепить боеголовку атомную во время полета. И уже ничего не упадет. Так где польза больше? Есть хорошая притча. И это не теория, это действительно факты реальные. Есть притча хорошая, восточная. Три мастера собрались соревноваться в мастерстве боевых искусств. Один стал в центр круга, люди стали бросать камни в него. Он так быстро двигался, что ни один камень в него не попал. Второй мастер стал в центр круга, люди стали бросать камни, ни один камень до него не долетел. Третий мастер стал в центр круга, ни один не бросил камень. Кто мастер? Да-да. Знаете, я согласна с вами только отчасти. Да, особенность ума очень многих людей есть. Но далеко не каждый человек волен в своем выборе. Наша раса находится в таком бедственном сейчас состоянии. У нас огромное количество людей попали под энергетические чужие удары. И эти люди ничего сами не решают. Они никогда не вырвутся из-под этого бомбака. Их нужно вытаскивать. Невозможно вытаскивать. Ничего не слышно вообще. Я просто говорю, что вы правы лишь отчасти, что все зависит от человека. Для многих людей это суть закрыли. Ну, вы знаете, дело в том, что вы не правы, не правы. Объясню почему. Если человек, любой человек, даже который под полком находится, будет сопротивляться, то он, по крайней мере, ослабит воздействие. А если человек ничего не делает, то, естественно, будет просто легкой добычей. А те, кто порабощает, они для того, чтобы поработить человека, им необходимо затратить потенциал. Если вы сопротивляетесь, то им этот потенциал сложнее получить от вас. И помогать этим людям, и помогает помощь, как уничтожать политические системы. Но даже уничтоженные политические системы, которых очень много было уничтожено уже, если люди продолжают делать то, что они делали неправильно, это ничего не изменит. Потому что пока не изменится сознание самих людей, чтобы какие бы генераторы паразитической системы не уничтожались, человек будет опять погружать в ту же самую трясину, которую его настроили. Но это особая тема, сегодня не стоит его затрагивать, потому что, опять-таки, это займет долгое правильное понимание, чтобы действительно возникло правильное понимание. И наша задача с вами именно сегодня и последующие два дня именно разобраться, именно какие возможности человеческих психических возможностей есть, в первую очередь. А потом уже комментировать, как и что с ними делать нужно. Потому что для того, чтобы комментировать, что нужно делать, нужно понимать, что есть, прежде чем сказать, что с этим делать. Они говорят, вот это нужно делать так, а не понимаешь, чем, и что, и как. Развиваться.
Но это тоже будем ответить. Книжки прочитал я все ваши, интересные, хорошие. Я их воспринимаю, к сожалению, как фантастику. Она интересная, много хороших мыслей очень. Почти все хорошие мысли. Спасибо. Ну, дальше вот куда двигаться и с чего начинать? Какие упражнения, гипноз, что делать дальше? Ну, некоторые упражнения я скажу. Просто поймите следующее. Знание о, допустим, строении мира – это не фантастика, это реальность. Вот. То, что эти знания отличаются от привычных для вас, это не значит, что они фантастичны. Потому что, если кому неизвестно, я по образованию физик-теоретик. И был недалеко не самый последний на своем курсе, скажем так. Поэтому знания современной физики у меня очень хорошие, не только физики. Так вот, можно сказать, современная наука, в принципе, она не является наукой как таковой, а является системой, собравшей колоссальное количество информационных сообщений. Понимание этих процессов совершенно отсутствует. Потому что если понимание было бы, то мы бы с вами не оказались в той экологической ситуации и проблемах на планете, которую мы сейчас имеем. Потому что именно невежество ученых привело к тому, что мы сейчас имеем. Потому что многие вещи возникают именно из-за невежества тех, кто считает себя знающим. А, к сожалению, очень часто те, кто кричат больше всего, когда начинают спрашивать, что же они знают, оказывается, что они не знают, а просто делают вид или повторяют слова, смысл которых не понимают. Вот, по крайней мере, в книгах, которые я писал, по крайней мере, ну, если не брать мою автобиографию, это несколько другая ситуация, там именно изложены именно знания. И они абсолютно реальны, и большинство позиций уже подтверждено последними открытиями физики, в частности, астрофизики и так далее. Так что категории фантастики, они уже давно не относятся. На практике так вот ощутить просто, ближе к жизни что-то. Понятно, что это наверняка так и есть. Но как это для себя, чтобы как вот любой предмет, что... Пока вы не попутешествуете по Вселенной, вы ее ближе к жизни не сделаете, понимаете? Для того, чтобы почувствовать, что такое Вселенная, и узнать, сколько, какие Вселенные, вы должны по ним походить, по крайней мере, полазить. Пока вы не по ним полазили, это равносильно как путешествовать в Индию, или в Америку, или в Африку, сидя в доме и читая книжки. Прочитав, это не даст ничего. Но это не значит, что прочитав, вы ничего не получите, никакого представления. Поэтому вы не должны путать две вещи – понимание процесса происходящего и собственный опыт. Это две разные вещи. Потому что вы тут слили в одно целое две вещи. Понимание и собственный опыт. Потому что большинство людей совершенно не имеют личного опыта. Они не строили ни машины, ни телевизоры, ни те предметы, которые они используют каждый день. И даже большинство не знает, как они работают. Просто используют. Значит ли это, что они сказать, должны понимать, прежде чем пользоваться, каждым предметом, которым они пользуются? Конечно, нет. Желательно, но... К сожалению, это не происходит. Поэтому вы тут мешаете две вещи. Просто, опять-таки, об этом мы будем говорить, когда будут вопросы. Сейчас просто стало очень мало, к сожалению, времени. Что сейчас я сделаю? Значит, первая часть, сейчас я из тех желающих, кто желает, буду снимать блокировки, то есть отрицательные блокировки. Так? Это займет недолго, несколько секунд. А потом уже будет, я проведу общий сеанс воздействия оздоровительное на всех здесь сидящих. Это завершение, надеюсь, будет не очень много вылетевших своих тел. Такое тоже бывает. Хорошо, значит, все, кто готов, кто желает освоиться от блокировок, сейчас настройтесь. Это я поубираю их у всех желающих. Так. Готовы? Поехали. Так, ну вот, это блокировка. А теперь... Я прошу опять немножко музыки, чтобы было приятнее вам. И сейчас я проведу общий сеанс оздоровительный для всех сидящих в зале, тоже снимающих блокировки несколько другого плана и, так сказать, сбалансирующий всех
постараюсь сбалансировать по возможности каждого. Конечно, это, опять-таки, как понимаете, будет воздействие усредненное, потому что для кого-то будет чересчур мало, для кого-то будет чересчур много, для кого-то в самый раз. Поэтому, чтобы не перегрузить тех, кому будет чересчур много, я должен выбрать средний уровень воздействия. Надеюсь, это будет достаточно. Пожалуйста, музыку, если можно. Ну вот, все в порядке? Никого не вырубило? Посмотрите соседей. Ну, удачно. Если кто-то выключился, позовите это меня. Но что, к сожалению, сегодня мы потеряли полчаса. Постараемся наверстать сегодня потерянное сегодня-завтра. Значит, я благодарю всех сегодня, что вы пришли. Вот несколько записок уже есть. Значит, я прочитаю и завтра постараюсь на них дать ответ, если они интересны большему числу людей. И завтра мы с вами продолжим. Благодарю всех за то, что вы пришли сегодня. Всего доброго. До свидания. Спасибо.